за 50 голодных Антон? Нет, это заметка для... Казы вижу плюс. Так. Сейчас по шаддону проверю, зайду. Ой, я жену заберу. Откуда? Ну, с автошколы. Она у тебя водит? Не, собирается. Странно, вроде... В Саудовской Аравии еще не приняли закон, что женщины могут водить. Не бойся, Фили нам не надо водить. Давай. Батенька, я смотрю, да вы прям сильно Петрося. Слишком Петрося. За жопу покусал меня сегодня, угадал. Кто тебя за жопу покусал? Ужас, Паша. Твоя мама. Фи-фи-фи-фи-фи такими сексуальными предпочтениями. Это Паша просто... Всем привет. Здравствуйте. Привет, привет. И ты идешь в рейд. Была моей подругой. И ты идешь в рейд. Она погибла. Аврахан не пойдет. Раз такие дела, я не пойду никуда. Почему? Че, я пошел разбираться. С чем? Ну охрен ли, моя мать тебя за жопу. Я пошел разбираться. Да. Он упоролся? Он упоролся. В смысле? Че я сразу упоролся? Классный рейд. Есть ДДшники, есть хилы, но нет танков. Огонь. Танки для самых же, нет? Да, конечно. Так, где там самый умный? Сила, да? У нас все по удару выдержат. Некоторые по два. Мать вашу. Сила, ты в рейде, да? Всем привет. О, господи. Привет. Готовь. Чё-то у нас хила мало. Да вообще чё-то не хватает. А, рейдил, приют стрелка, конечно, рейдил. 6 хилов, чё-то какая-то херота, надо ещё больше. 10 минут не соберёмся. Минимум 10, ребят. 10 хилов. К 10 не соберёмся. Хилам? Не хочу тратить время. Морни Джельсамина, настало ваше время, спекайтесь с хоромой. Ничего не знаю. А чего Фокси с её не трогаешь? Yes. Йок и так хил, Фокси тоже хил. Это наша элитная гвардия. Это возмездие во имя Луны. А, можно спрыгнуть теперь? Как это было? 5 баллов. Палпатина же были эти, стражники в красных камзолах. Вчера себе ты загнул так, лихо скакнул. У всех была элитная гвардия. Вот у меня элитная гвардия. Холли паладины, ретри паладины. Не хватает одного для четного числа. Угадай, кто предатель. Всем привет. Паш, ты же в рейде, да? Смотри, корову. Чё, корову? Иди ко мне. Я стою возле сестер Луны. Мясодел, Ансерзан, пошли. Решаем вопрос. За мной. Пошли за Бабуином. Чё я вас всех на... А, Паш. Проходим. Паш. Да? Давай забьёмся, протяжка этот... Триггерит ловушку. Хорошо, если она триггерит, ты 5000 в ГБ. Не-не-не, так неинтересно, Паш. Ты Глудану можешь притянуть? Я готов. Ты где находишься, Харон? Я бегу. Ага. Мясодел, он с другой стороны, обходим его. Я вас по карте вижу, блядь, наркоманы. Входите. Так, обходим его. Гвардия, мясодел, Марниваль, пошли решать вопросы. Сейчас вопрос в этом решаете. Пошли, меня пристигает. Нет. Нормально. О-о-о, нет. У нас рейд, короче, на хорому. Пошли, решим вопросы. Сейчас мы хорому в лоскуты. Мясодел, короче, берешь его за левую. Нормально, а почему я двигаться не могу в лазере?
Не, это так нечестно. А, все, его поймили. Да блин! За спину прыгнул этот чёрт. Вместо Дио Морни вы вопрос решаете очень быстро, я доволен. Ага, Мел Сарзан. Ну это тоже мой агент, как бы. Изначально я слышал. Агент с как-то упал. Я пошел за другой руной. Давай, брейд. Я ага. Еще вернусь. Пойдешь ее, пока добежишь, она пропадет. Аргумент. Всегда оцениваешь мою мощь. Do not underestimate my power. Да, и минус ноги. Я кто затригерит 5000 ГБ? Я это сказал? Вслух. Все, пошли. А перелететь же может вроде ШП был, в смысле. Да давай ты забьешься. 5К, что ты перелетишь. А, я могу перепрыгнуть туда, нет, можно? 5К и руна ваша. Я прям за, давайте, за 5К я сейчас дерну, кого хотите. Дернуть за 5К. Как будто дернешь там, блин. Нормальное предложение. Стопы без порнухи. Ты сам сказал. Я вот видишь, вот сделал важное уточнение. Вижу руну, не вижу препятствий. И Макуата, ты меня слышишь? Что за зом случилось? Чё прям паладина нет релиза? Друлеона есть ингиз, а мне нет. Я отстал. Так извини, ты Друлеон. Алло, если мне... Ну не знаю, не знаю. Тебе это мама сказала? У него, слышь, у него меч светится. А ты откуда знаешь, что у него меч светится? Так он там заставка, когда зерой была, туда-сюда. Сука. Я не помню такого. Я его меч не рассматривал. Плюс я еще на ютубе смотрел ролик про Трулиона, я же не знал, кто это. Выкручивайся, Ну, короче, вы там сидите на своем сломе, а где вы? А где Номик не там? Номик? Да. У него ж график. Ночная на смена, дневная смена, ночная, дневная. Эх, с ума надо ручками. Ну, ручками, нет, конечно, нет. Мы уже все в рейде. Зар у меня агро пытается сорвать. Смотрите на этого типа. Отъехал. Моя гвардия пошла. Ряды-то тускнеют. Нужно это вербовать. Чё вы не почистили возле вам трэш, я не понял. Вернитесь обратно, а? Нет. Это вред не ради рынка. 0,7 минут. Просто плакать буду. Зачем плакать? Этот мелкий гибиционист бегает. Где? Дома? Сын, да. Взял, разделся и бегает. Бля, я опять... Кажется, ему нравится, судя по звукам. Он чем-то недоволен. Фокси, сделай так, чтобы тарифы за свет уменьшили. А, нет, тут нет трэша. Каким образом? Хромос. Неожиданная просьба. Не знаю, каким. Guys, guys, are you ready? Раунд 2. Кто это? О, тетива, здорово. А где не сидел? Призрачный мир. Бля, он Сарзан уже выехал, я смотрю. Он тебя оформит, Харам. А, у него уже чит-д. Куда он бежал, чёрт? 5000 на Сарзан. Да, блядь. А, у меня баба упрокнул. У него 340 хп. Ёп. Ой, нечестно. Чего он так долго держался, чит-д? Эх, не успел здесь. Ну я добился своего, я тебя убил, я же сказал убить. Как просто победить человека, который даже не подозревает, что не участвует в соревнованиях?
Да. БР раздайте. Сразу кинь БР посмертно. Да-да-да, вот об этом я и говорю. Сейчас Бугулдана дятлом называет, непонятно. Он не Гулдана дятлом называет, он тебя дятлом называет. Ничего не знаю, это Гулдан. Гулдан. Так, я знаю, что тут еще одна руна. Слышите, почистите? Харон, пошли, все. Все же, хватит. Сам меня в рейд позвал, не слышно. Сейчас ребята из Вайкумен не испугаются и уйдут. Мы будем весь всем рейдом бегать за тобой и кусать тебя. Я там своих убиваю. А, то есть вот так вот, да? То есть ты нас ненавидишь, я так, понял. Так, теперь тебя будут кусать все. Вот это уже небесный поворот, Харон. Да. Маз здесь пал? Не, ну вы сказали, что они испугаются. Так могу всех убивать. Идите. Имакулата, ты тут? Почему Дзел в это время уже в рейде, а ты еще даже не уходил? Даже не даешь Маз здесь пал, Наташа. Ну, он меня боится, правильно. Один у нас. Должен, что тут... Сонма не убили, что ли? Мы у Сонма. Я могу быть. Я могу купить. Нет, трэш... не надо. Я бы сказал, подрачиваю. Как показывает практика, ты необходим на киле. Ты не такой мусор, как у Рахана. Даже непонятно, на кого он. Со мной. Бочку катишь. Че у меня потом на чат не работает? Понял. Привет. Настроение слишком хорошее. Никого. Сейчас вообще мне быстро подпортит первый путь. Сейчас у тебя там юный экзегипс. Блин, я не буду говорить, молодец. Я все, его уже на подскрыл. Он счастливый там в ванной. Так. Чё у нас? Чё у нас? Что, трэш почистили? Я... ко входу? Сиди. Посмертно остановись. Я ж не хотел тебя убивать. Отстань. Че, боишься? Он же тебя оформит. Конечно, не был, да, но больше нет, блять! Так я не понял, это у меня кто? Сейчас будет эксперимент. Так, вы... Ребят, вы роете могилу. Вы роете могилу, я пошел за руби. Харон, харе, все. Нет, все, это лично. Все, все. Хорошо, лично в личку переезжайте. Так. Гул'дана в личку не запихнешь, сорян. А ладно, ой, я на их нужен. А Джули есть? Да, есть, она тут, как говорится, заработалась, не заметила, что уже время. Сейчас, может, дойдет. А если найду? Паша мне сюда и выпустил, что ты мне хочешь. Вижу. Привет. Привет. Я даже не увидела, что уже 9 часов. Сегодня вообще работы завалили конкретно. Совсем-совсем? Ну, вообще, есть кем меня заменить? Замените, если нет, значит, вообще разрываться есть. На два фронта. Вообще, мы можем сделать иначе. Если, давай тогда мы тебя действительно сейчас кого-нибудь в танк махнем. А нам все равно тут три танка нужны. У нас есть три танка. Синедра, получается. Посмертный. А, все. Все. Хорошо, Джули. Сегодня Джули не хочет со мной общаться. Пусть и заменить.
смерть, походу, не хочет никого. Кто его спрашивал? Его документы все еще у меня, поэтому. Сейчас бы тебе документы отдавать. Да. А ты зелье древней войны не крафтил бы? Нет, я не крафтил зелье древней войны, я скрафтил длительные силы. Кому нужно умереть. Так, куда на яду пошел? Пошел. А ты. А че, ловушки больше нельзя триггерить? А, можно. Так это не я. Сначала хочу одну вещь потестить. Нормальный билд. Нам нужно 4 ДД наверх. Это Роган. Тайнава, пойдешь наверх? Короче, пока туда-сюда, я на минутку отойду. Хорошо. Так, Тайнава, Иммакулата, два Ханта. Мистику будет тяжело. Ну ладно, попробуем так. Вниз пойдут Ретрики, Фокси. У нас получается очень много мили внизу. Мистик, наверное, пойдет вниз вместо одного из миликов, а этот милик самый пойдет наверх. У кого из миликов частые иммуны и сейвы есть? Интересно. Майонь. Паладинов нет? Паладинов очень плохо с передвижением, слишком много ДПС потеряют. Но у них есть иммуны, это правда. На лошадке есть? Но она одна. Можно сделать две, нет? Тогда бабу. Потом, а у нас тогда иммунно не будет. Да, тогда бабу. Часто вот. Бегаем на счет. Мэйвань, ты тут? Ты Вася вообще? Да тут он. Он там затриггерил сразу. Так скажи, что у тебя с иммунами для копья? Я сдохну. У тебя нет ничего вообще против копья? У варов тоже ничего нет, тогда действительно ретрики остаются. Ретрики, кто из вас троих пойдет наверх? У меня распыление маги так. А карма разве не сейвит больше? Походу на меня сейчас не сделает. Карма? Она дает щит на 2 ляма. Если короче говорить. Джельсамина, Марни, Валь, Хрома. Кто из вас может пойти наверх? Я могу, пофиг. Забей, не пофиг. Вместо мистика, хорошо. О, так, у нас все равно перебор. Я бы хотел взять Марневаля, но я не могу понять. У нас что по хилам? У нас 5 хилов. Айнатрис, ты не хилил этого босса? Нет. Почему 5? Ну, еще 6 хилов есть хил. Я могу посовить с одной стороны, это РДД считается. Ты сильный хил. Ну я вот думаю, она нас не справится. А у ребят нету успеха? Откуда? Да дай боже, на майнспек иметь все леги. Тут соремба. Минатрис, а ты каких боссов с нами убивал? Пока только сестер. Вроде убил, да? А ты же говорил, ты по четвергам можешь опаздывать. Нет, наоборот, четверг, понедельник я здесь буду. Это в, когда там, в среду меня не будет. Ага, я понял.
подземелье сейчас. Ну, Карачка, ты не обидишься, если я попрошу портануться от тебя? Я думаю... Нам нужно из первой или третьей группы одного человека в столицу. Нет. Ты не хочешь совсем участвовать? Я не знаю. Тогда может... Мне наверху будет плохо, я тебе так скажу. Не, ну если народ так хочет сильно, не могу заступить, мне все равно с тобой послушать. Я просто пытаюсь понять, если у нас оставлять Айнатриса, мне придется дамажить. Я думаю, я сам с собой смогу. Потяну сом страданий или нет? Ну, ты попробуй. Если что, я вернусь. Не, Фокси, ты хороший хил. Оставайся. Давайте тогда Айнатрис, ты вступишь. Сестеру убили, это хорошо, еще нужно первых трех с тобой убить. Хвоста еще. Сон еще успеем. Чуть портал не нашел. Айнатрис апортуется. Первые четыре группы заходят в подземелье. Диёк, ты тут или вылетел? Да, я релогу, сестер. Паш. Опять да. Корейская схема, да? Какая корейская схема? Первая, третья. Не корейская, а четная, нечетная, все верно. Нечетный вниз, четный наверх. А, я не ставлю колодец. Тихут и ищут. Даже по шпатку. Тебе смешно, я реально не вижу. Сам еле нашел. Гонжа, все таки маленьким перебежечком. Как группу не соберу, Фокси? Ты всегда так с Тобиком привык. Первая, третья, пятая, там, вторая, четвертая, шестая. Я не скачу, они у меня... Ну, как... Да, они, кстати, намного удобнее. Хотел тебя, кстати, попросить, чтобы ты сделал так. Первая, вторая, третья, четвертая. Народ, а тут стоит страж. И его не скипнуть. Сейчас вернемся. Да какой страж? Что-то скипнули? Потому что кто-то затриггерил. Сейчас это Ластардам проведет. Какой страж? Где страж? Да кто-то затриггерил. Элем. А, вижу где-то. Ну, сейчас попробуй вход через дырочку, наверное. Ребята, включите себе фильтрацию в интерфейсе. В профилях рейда группу вместе уберите и включите. Ну, через Вуду, скорее всего. Разу тоже через Вуду, скорее всего. Там тоже можно сделать группу вместе. Нет, я не через Вуду, у меня эльф, и он у меня просто... Я могу сделать, как его... Вопрос в том, что... Мне видно и так, но просто удобно, когда две группы вместе, мне хилом просто мышкой тупо удобно не перескакивать через один ряд. Так сведи их, как раз об этом я тебе и говорю, ты можешь поставить настройку, чтобы они были подряд. Нельзя этого сделать. В Эльвуи невозможно сделать так. Ты, кстати, можешь? Да, и в Вуду нельзя. Странно. В странном интерфейсе можно просто отключить ненужные фильтры. Это в начальном, в этом, как его, в оригинальном можно поставить как удобно, в этом нельзя. Я могу или все группы, то есть перемешать полностью. Или сделать как выставлено, то есть по рейду. Зая, просто берешь, ну, я понял тебя. Да мы поняли, Паш. Все, придется скакать. Так, ладно. Пока Клифф придет, Синедра придет. Клифф уже в пути. Кто додумался поставить столик прямо на котел? Не знаю. Тоже надо ставить столик. Маша. Значит, бой. Кушайте, кушайте. А как на расфаске будет брать? Пусть кушает, а потом берет фас. Котел исчез. Все.
Я снял плащик. Зачем? Эксгибиционист. Да. Надень плащ, не выдумывай. Сынок научил. Зачем? Антисмерть на ласт фазе нам поможет. Велинка тебе здесь тут так не захерит. Говорю, как пользователь Велинки. Думаешь, Велинку снять? Или придаст. Я бы Велинку выкинул вообще. Помойку. Котел уже разобрали. Так... Давайте я дам секунду. Так, все свои позиции помнят? Четный наверх, нечетный вниз. Значит, метки все помнят. Кому-нибудь что-нибудь рассказывать требуется или все знают? Помнят? Плащ не могу найти, сука. А вот сейчас. По смерти тут? Интересно, по смерти с недра одновременно отошли. Куда же они пошли? Ну, один второго попросил в туалет сводить, наверное. Один пришел. Ну, Синедра чуть-чуть. Ну, видишь, сразу вместе пришли. Посмерть, ты у нас танк, который танчит на воротах, короче, вратарь. Стрижь черепки и собираешь к себе... как их зовут? Храмовников. Леонид. Если же тебя не выкинули. По смерти принято? Нет. Подожди, а где третий тогда? Я не знаю, но наверху не нужен. Так Курахану внизу. Чё ты меня держишь таргнуть? Потому что я тебя боюсь? Ладно, хватит. Тетива тут. Еще разок на пол. Мистик тут, он релогается. Я понял. Ну как бы отсутствие бафа еды нам коротко намекает об этом. Мистика же нет, начинаем бой. Я отведу крестик. Печенька. Это у нас для миликов, которые ловят копья. Ромбик. Это у нас для связуйки. Квадрат. Это для миликов, для РДД, которые ловят копья. Звезда для стона. РДД, как вы будете жить копья? Квадрат для копья? Для РДД. Для миликов печенька. Там стоит всегда Ван Сержан и ты. Ну... Ты с ним или Тайнала с ним делят. Если соло пережить не можете, делите копье в печеньки. Монстерзан там поселится. Тент установит. Кто? Маш. Так поделишь тогда с камиказой. На крайняк даже с хилом можно. Только не на второй. Не перед второй фазой. И не на второй. Тогда у нас проблема. У меня лансерзар точно не будет ничего делить. Почему? Он меня хейтит. Если тебя выкинет сюда, то это его вина. Вообще неправда, да. Нужно музыку переключить. Чё за... А, ясно, понял.
Как же это утомляет ожидание. Полчаса собирались, что ты хочешь. Мистика позиция. Еще нет. Да. Еще раз напомню. А что с этой делать с ней? Кристука, сбить еще раз. Мистик вкладом и греб по возможности. Броню сбили. Капан, встань в ложицу, дружка. Нас на одного больше. Интересно. А кто лишний? Я лишний, я не могу быть. До 50% кто по скину. Я знаю, я являюсь этой хрень. Понятно, я сброшу. Сейчас бы чашу вообще не прибрать мне поставить. Хромовник вылез. Фокси сейв дает по ее окончанию ее сейва, там свой. Фокси, изменяй макрос или озвучивай. Опа, на тайнау. Дал свой сейв. Тайнау, уходи. Мы тебя стараемся не хилить. Просто автохил хилить. Там у нас два счета. Что у вас? Два счета. Вообще? Не слышу. Два счета. Понял. Харону бернуть можете? Я на дне. Нет. Тайна вас сбивай щит. Тайна не сможет. Следующий. Дайте БР. Понял. Удивительная история. Да господи боже, что ты мой, сколько можно на меня это говно лечить? Тайна, ты можешь вниз спуститься дать БР? Ну, нет. А не знаю. Вот. Пришли стражи костей. Следите за рейнджом. 5 метров спред. Хватка тьмы, Фоксина. Хватка тьмы. Эма было? Было. Вархан, гимн. Так. Давайте в ромбике соберемся, Вайпер. Давай. В ромбике. Идите быстрее. Все в ромбик соберитесь, еще быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Лесно. Короче, в стандартный билд пойду. Пиздую эту связуку. Правильно делаешь. На
Келена тоже не зашел. Ну, на Келена была связуйка. Я и говорю, на Келена тоже не зашел. Диамант там сдох к концу боя, к середине боя. А меня ж не задело. Сейчас еще раз кастую. Не, далеко потому что слишком. Попробуй еще раз проверь. Короче. Ты опять забрал все эти виздомы? Не все, только два. Зашибись, у нас все. А, нет, три. Короче, у меня было меньше половины хп, но чаша вообще не прикоплена. Риони и... Ткани сейчас кликабельные. У тебя чьи, Паш, виздомы? Я не знаю, Хрома и кто еще. Дайте на Варахану три виздомы. У меня та же херня. Чаши не видно, не узнается. Ну вот, я как сдох, а ты думаешь, тебе нужнее, чем Холику? Давайте на позицию. Ну ладно. А что спросил? Не-не-не. Мне или Фокси? Поехали. Кто? Из-за кого мне загружается чужая заметка? Я в своей проверю, может ответить тебе. Остаток души убейте. Джельсамина. О, не, Джельсамин, ты должен был пойти сломать броню. Стой, кто со мной поделил? Тайнау задел. Он сажал, не делился. Мы садим. А, ну зачем со мной тебе? Не успеешь, не успеешь. Все, следующий. Хрома. Тоже не сможет. А, ну я, блядь, бежал. Это уже. Следующий. Я к себе. Только не через нашу чашу. На ту сторону поля боя. Иди там не за чашу. Угу. Я там всех ёбну, потому что все возле той чаши стоят. Хрома, уйди с этой поля боя. Право перейти. Тайнава тоже должен уйти. Бей перекину. Отправляйте в реактор! А меликам там делать нечего с этим постоянным выкидыванием. Не, я с кем-то поделил опять, когда возвращался в чашу. Но этот самый кто-то не улетел. Не, потому что самая крайняя чаша не кликабельная, блядь. Это самая дальняя кликабельная стала, я не знаю. Клифф. А, это у нас. Нехватку тьмы кастует. Мясодел, Хрома, вклеиваете друг друга. Осторожно. Попробуй хором уйти. Фаза закончилась. Я садил. Ага. Следующий крик, сломайте доспех в материальном мире. Попробуйте разорвать мои узы! Альдазар, а вот ты же можешь двигаться по комнате? Ну да. То есть ты с криком тоже можешь ломать доспех? Теоретически да, только вот он обычно у меня где-то на третьем стаке сваливается. Если будет четвертый, могу в принципе прыгнуть. Звездочки каст. Крестик указ, бейте. Броню сбить нужно будет сейчас. Сейванул Фокси. Мясодел, давай, сейванул. А заберите тут стражи костей.
успел. Стоп. Макс, у вас есть броня или нет? У тебя микрофон замечен, походу. Тайнаву. Проверим, кто из скиллов не хилил тайнаву только что. Я флешки в него влил на 400 тысяч маны. Ну, хп у него вообще не хилил. Потому что хилил только я. Мы сейчас храмовника убьем. А почему храмовника не заберет посмертно? Вы, блядь, что, охуели? Проснитесь, народ! Жизнь и смерть переплелись. Если сейчас вы не исправите этот пул, вы грабельный. Храмовник мертв. Таня, я-ху-ху! Тебя бэрить? Бери храмовника. Посмертный, внимательнее. Пожалуйста. Три трупа. Один БР. Собираемся в ромбик, лапимся. Я огорчу. Все. Какой храмовник? Я его не вижу. Трое храмовников появилось, я их забрал, они на мне сидят. Четвертого. Быстрее, встаньте в кучу. Я не видел четвертого. А пятого. Материалки, конечно, интересные, но мне это не нравится. Поменяю сейчас РД милика. Слишком много миликов внизу, постоянный хаос. Я не могу эту херню терпеть. Не знаю, в какой-то момент мана начинает просто вообще садиться. Во время стенающих душ. Фаза высокого урона. И опять эти, как его сомни, ставят по центру, кто-то кидает, все время не добегает. А это бесполезная информация, вы мне скажите, кто? А там я вижу сам, что оно лежит посреди комнаты, ребят, без обид сразу. Не, по центру я выкинул, когда мне сказали вайп, все. Я встал в ромбик и как нормальный человек вайпнулся. Хорошо, тайнау все еще садится наверху, хром пойдет вниз. Так, что еще? Что еще можем сделать? Поставьте плезоремонт. Посмертный, ты видишь, каких мобов должен забирать? Ну да, каких? Все, которые были, я забирал. Поставь метку, на кого из этих трех ты должен забрать. Череп. Хорошо. Справишься? Ну, а сейчас что было? Храмовника не вывел ты к себе, и его убили. Может, я его убил случайно? Сомневаюсь. О чем я и говорил, когда... У нас этого ни разу не было за все вайпы посмертные. У тебя ДПС не выше, чем у Джули, ты нанес 108 миллионов уронов суммарно. У храмовника 118. Нет, ты даже одного не убил. Что плохого в том, что умер храмовник? Они там два появляются? Другой мир и начинает в нашем мире. А, точно. Получено урона врагом. Не, в какой-то момент он появляется два храмовника? Нет, они просто периодически появляются. Ну куда-то ты убил храмовника? Ну и Макулат-то хреначил по... Блин, ну тем, кто стоял вот как раз в черепе. Короче... Ты а, все, понял. Не, все, я понял. Понял, спасибо, Синеда. А что ты понял? А то, что я... Есть паки по два, с двумя храмовниками. Я думал, они только по одному появляются. Дальше, следующий момент. Ты понял, выносишь. Лансерзан, делишь в печеньки. Все копья, что будет печенька. Вчера я ни одной не делил. Справились нормально. Вчера ты единственный милик был. Сегодня у вас два милика. Ему нет смысла делить. Почему? Потому что я вшиваю и вшиваю спокойно. А если у тебя шива нет? Как, у меня не может быть шивой? Было три копья за бой. Ну, на крайний случай есть. Как у этих же людей есть микрофон, у одного и второго. Ты хоть раз... Так, нет, я не буду аргументировать тебе то, что ты не прав. Ты просто не прав.
а я знаю, есть у него сейф или нет. Он только что сказал, что забей. Так что забей. Можешь не делить пока. Ребят, нет сил, нет желания, нет никакого настроения сейчас вайпаться. Прошу всех присутствующих внимательнее быть. Вот, точно, сейчас посмотрю смерти. Вот он. Крестик каст. Варахан не хилил. Вообще ни одной хилки. Не надо бить Divine Storm, ребят. Я падшую жрицу специально подвел, но не нужно ее убивать. Жизнь и смерть переплелись. Неси, не садил. Дал сейв. Понял, не садил, меня не слышит. Следующий. Марневаль, неси. Не успел Марневаль. Следующий. Альдезар. Печеньку прыгни. Промовник появился. Забрал. Молодец, сбил. Он один? Да. Крестику каст. Крестику каст, видите? Спасибо. У вас кто-то вывалился, что ли, к нам или чего? Нас больше. Мистик у вас. Севанул. Мистик, как упадет хп, пожалуйста, вернись к своему. А я что-то пропустил, что меня в группе там. Ты наверху. Страж костей. Назар. Я подарю тебе победителя. Это хватка тьмы, 100%. Внизу адов залейте. Понял. Приехали, ложимся в ромбик. Мы не можем убить босса, потому что у нас нет зала. 5 секунд на долг там. Самый высокий дмаг по аду наверху. Исчерпывающий ответ. Какого самый высокий дмаг по адам внизу? Ну я думаю, это ему кулат. Ну там это ему кулат, у нас это клифф. Кто-то, чтобы из ДДшников это сказал, понимаешь? А все ДДшники молчат. Ну, Кулата бьет по всем, очевидно, у него самый большой дамаг. Из, ну, сверху. А внизу у кого? Ну, не надо всех адов смотреть, смотри только мелких. Меня волнует... Весь неконтролируемый. Меня волнует не остаток души, меня волнует призрачный страж костей. Кто больше всего по ним сражает? Так Винка не интересовал. У нас был Зел на киле наверху. Зел и Имакулат, если я правильно помню. Имакулат, ты был? Кто тебя интересует, Паш? Призрачный страж костей. У нас происходит следующая ситуация. Имакулата. Имакулата, а следом идет Лунцерзан. Имакулат за вашим отрывом. У нас происходит следующая ситуация. Призрачных стражей костей валят вверху в тот период, они падают, когда внизу влазят новые мелкие.
милики делают свич в мелких, а призрачные стражи костей кастуют хватку тьмы, которая летит в милика одного и прыгает по другим миликам. И мы сыпемся. А у вас ведь нет щитов внизу? Есть щиты внизу. Внизу тоже есть щиты, Ван Сарзан. Мясодел, ты меня слышишь? Да, я тебя слышу, но ты говори сначала мое имя, а потом сбивай. Я просто не понял, что мне надо сбивать. Понятно. Хорошо, договорились. Подкрутите дымок падом наверху, пожалуйста. Внизу адок происходит, когда вы убиваете чуть-чуть позже. Чем чаще она будет сбивать щиты, тем больше будет дамаг. Просто ты говоришь, там один пропустил, второй пропустил. Вот из этого складывается дамаг от схватки тьмы. Что тебе говорю сегодня? Вот он. Не противьтесь воле повелителя! Кресту каст. Кресту каст. Клифф. Следующий. Один щит наверху. Клифф. Поделите, пожалуйста. Я садил, поделите. Спасибо. Чего больше за меня обещают? Мэйонь, ты это сделал не вовремя. Не обернулся. Мор, не приди ко мне. Ты не вовремя то ушел, ты не сбил щит. А, у них же не было, это у нас. Ага. Тогда зачем ты выходил? Ну, по дефолту. Даю сейф на панду, даю сейф на Фоксину. Сейвлю себе. Щиты внизу. Так, Фокс, закончатся твои крылья? Вас ловите. Тетиву, тетиву прохилите, урхана. Два щита наверху. Успел. Морниваль. Морниваль, сбей щиты. Поднимись наверх, тетива. Моего не надо, там нету щитов сейчас. Серкант немного солнце. Да конечно, там заклеивать. Ладно, вроде. Ады пришли вниз. Клифф, дай крик. Тайна аут прохил. Орхан, свич на него. Ну куда? Ложимся. Пошли в рамбик, ложимся. Даже стоит ограничиться вот так. Именно это тебя убило, кстати, Мясодел. Хватка тьмы. Хватка тьмы. Хватка тьмы. Взрыв маленького ада, ты мертвый. Ну, я свичнулся в мелкого ада, соответственно. Кампник соло копье не переживает, что ли? Тетива. Ну, в момент спавна мелких адов рейндж 3 как бы не совсем дисп, потому что он бегает. Тетива запрыгнула в меня с копьем, и мы вдвоем умерли. Тетива, ты пошел делить амага? Квадратику, не ромбику, квадратику.
А Сэва у тебя не было своего? Понял. У нас не хватает пархивов людей, которые падают вниз. Вы должны что-то жать. Маленькое хотя бы. Пошли вниз. В каком смысле не хватает прохилов? Мы не успели отхилить двух РДД, которые упали вниз в метке квадратика. Зато мне залили фулл стоп, когда я уже был около этой, около чаши. Это сейф был. Ты попал под сейф просто, вот и все. Ну я хз. Мы не успели прохилить просто. Что там было? Оживленные. А, и хады еще убили. Разве ханты не полностью ивейдят копье своей это черепахи? Это второе копье было. У него черепаха на КД была. Вары и ретрики, вопрос. У вас у всех раньше 5 прописан сейчас отхват тьмы? Да. Морник, Рома, Джельсамина. Дайте мне один визнер. Да, сейчас. Джельсамина. Кинчим в архане, визу мы начинаем. Не, ну, на самом деле проблема-то, ну прописан он дальше, что у меня всегда там минимум 3 человека рядом. Не должно быть ни одного, иначе будем вайпаться дальше. Неси мясодел. Молодец. Брони нет. Чувствуете хватку рока? Броня внизу сейчас будет. Это что такое было? Возле печеньки осторожней, там находятся игроки из реального материального мира. И сам страдание клевает. Услышьте стоны несчастных! Да я тропил. А, нет, стоп, сейвен тут. Ща будет мясо. У нас убито, все. Все, залили, сам уйдет. Следующий, на ком будет крик, идет сбивать. Альдазар. Сбивай. Вот не успел. Пошли. Следующий. Мясодел. Дал сейв. Возвращаюсь. Сбили. Я без сейва вообще пережил, кстати. Продолжаем. Жалко, другие так не могут. Мистига. Мистига и Макуату. Макуату далеко. Все, Макуату, можешь уходить. Клифф крик. Жизнь и смерть. Мистика, Макуату, поднимитесь наверх. Блять, мистик, Макуату. Поднял. И мистик не может уйти. В чем дело? Мистик, дай крик. Остаток души накачанный, убейте его. Попробуйте разорвать мои узы. Ну хватит, пробуй. Ты в нашем мире, Макуата, что у тебя происходит? Услышьте, он у себя. Он у нас. Я подарю Тамовник. Тебе топ ДД по адам сдох. Просто нахи, нах. Нах.
Тайнаву. Все, ты нам можешь уходить. Броня наверху. Джельсимин, не успеешь, следующий. Видишь, ты просто чуть не сдох, Джельсимин. Следующий, следующий. Альдазар, давай. Успел. Продолжаем. Новый ад. Убейте остатки души, пожалуйста. Жизнь и смерть переплелись. Ух ты. Столько мелких сдох, эта труба. Сбейте косты мобам, которые в рендже, в мире духов, ребята. Два моба, всем сбейте все, кроме крестика. Подошли, сбили, они подойдут к вам под босса. Альдазар, загри. Да это лишний дымаг, ну вы че? Так, ладно. Не трогайте крестик только. Услышьте стоны несчастных! Дю транквил. Фокси и Мадаш, когда закончится ранг. Паш, не хили меня. Чего? Сдохну. Рано. Я тебя не хилю в любом случае. У меня транквил закончился. Че ты? Верхним. Следующий на ком будет. Альдазар, на тебе. Готовься. Прыгай. Молодец, сбил. Красавец. Батька. Нужен хил. Мясодел свои. Я... Меня слышно? Да. Сейчас мясодел дал. Пока не надо. Все, закончим. Клифф, давай. Соединение души. Микуату, подниму и иди наверх. Паш, попью. Имакуата, вставай наверх. Геру наверху дайте. Даю Геру внизу. Все, Мистик, ты с нами, ты не сможешь подняться наверх. Материальный мир под босса. Духовный мир под босса. Босса подвините. Материальный мир под босса. Танка и второго это не касается. Сейчас я хилю Урхана и... Жрец убить надо. Экономьте ману. Жизнь и смерть переплелись. Мясодел, связь. Ромбик. Йок тоже. Материальный мир под босса. Духовный мир под босса. Жрицу активнее. Мистик, иди к нам. Жизнь и смерть переплелись. Вам будет очень тяжело сейчас, всем чек, сейванитесь там. Материальный мир под босса, сейванитесь. Духовный мир под босса. Попробуйте разорвать мои связь душ. Спасибо вам, герой. Надеюсь, вы материальный мир под босса. От тьмы. Сейванитесь. Вас очень мало. Прожмите мелкие сейвы. Я бы как-то сдохнуть. Вот тебе сдох, человек, герой. Мне бы. Сейчас дам сейв. Материальный мир.
Материальный мир под босса. Сейвы жмите. Молодцы. Даю мастерс. А, нет, не могу. Даю. А, отказаться, да, везде? Сила артефакт. Сила артефакта. У меня на этом когда одна сила артефакта. Аналогично. Койки веки рад АПшке. Тоже есть. Взял новую. Они очистят ваши сердца перед битвой. Пошли на следующего босса. Молодцы все. Так, ролим на вуд. Плащ. Вакулаты. Да, кстати. Жертва. Да, то как мистик. Мистик. Это всем на мейн, и так я правильно понимаю? А не, я пас, я забыл, что 55. А смертный 915, и хорошо, дальше. Разу пас. Да. У тебя 55 плащ, нормально. Он Серзан, что у тебя? 15 пор. Тайнава у тебя что? 30. Мистик у тебя что? 40-й. Артём, как тебе танчить на этом боссе? Так, изи. Конечно, пенат как футбольный мячик, но казематы напоминает. Тогда я сделал то, что было необходимо. Хотя цена и была. Ну-то я там же. Сколько кусков у вас, Ансерзан и посмертный? Заточенные здесь духи вряд 4. Ли... У меня 4, у меня 15 лежит плащик. Но маловато он уровня. С этого. А давай в Ансерзану. Они жирные, Ансерзану. По профит не будет. Не тебе ли профит не будет? Профит не рейда будет. Ансерзан, ты считаешь, что тебе профит не будет? Ну, блин, решайте сами. Меня не трогайте, да? Да. Вот за тринку скилл Джедена я бы еще и боролся бы. А так, ну, хорошо бы плащ приобрести, конечно. А ты не понимаю, у тебя не с этого, а с этого ты не юзаешь? Я не юза, но они, блин, маленького уровня, 15-го. Мне профитнее вот сейчас реально от 15-го плаща не с этого, чем от с этого. Мистика 40. Я понял, давай тебя посмертный. Ты носишь 15, я тебя профитил. Сейчас будет прог 955, смотрите. Нет. Ролим второй плащ. Я уже бы наобжигался. Дайте Геру. Крик, клиф. Только клиф и мясодел нужен. Камиказа тетива вам не нужна? А мы на кого идем сейчас? Санжин. Проблема с коннектом резко, да? 35-й неплохо. Всего лишь. Да. К сожалению. Да не, мне не прет на куски в этом дополнении. Вот в цене бы как. 920-й грудак. Садил. Вообще, оба вара мне не понравитесь. С одной стороны, я не помню, чтобы что-то у Талми садил. С другой стороны, у Клифа опять это мало ниже. Я садил, ты не обидишься, я Клифа, да? У нас перерыв будет перед Санджи? Да, сейчас будет.
слив, держи. 7 миллионов. Я не обижусь, миллион. Но я уже в тот раз уже уступал. Мягко говоря. Ну, тут будут акулки, которые будут апать. Давайте ролить токен. Паша, курить можно пока? Закончу ролить со скверной. Все сядем. Вот Йоши, дурак. Еще кому-нибудь скверна нужна? 30-я. Там их две. Это бит для ДХ. Ансерзан, бери первый, второй. Вторую тогда. Мне Дезар... одна нужна. Дезар Грац. Спасибо. Ансерзан Грац. Бисовый ДХ, что скажем. Угу. ДД, ДХ, не знаю как танку. Да, ДДшная, она топовая. Не садил, тебе тоже выбил, честно. Его же, кстати, тьма падает, тоже бисовая. Так, впереди нас ждет Санжин. Отличия от героики имеются. Главная идея ивента — это делить три гарпуна в течение всего боя. Это билка будет... А не будет... 5? 4. Хорошо. Кто расскажет вкратце в ревью? Ты все авка, как сказал. Ну а что тут пока отличие? Перерыв 10 минут. Может поменьше? Хорошо, 8 минут. Тайнава, знаешь тактику на мифику на неё? На чё? Чинилку поставьте. После перерыва чинилку поставлю. После перерыва, да, чинилку. Он стоит. Я сейчас стану в антике. Фокси тут? Да, я тут, я портнулась. У меня пергамента у меня нет, я в Долоране. Да я тебе дам, ты можешь не портиться ради этого. Все, ради всего святого прошу тебя, пожалуйста. Все, что нужно. Перерыв дам. Вроде бы. Ладно, тоже правда. Планировался. Аразу, держи. Йоёк, держи. Хилы самые ответственные мемберы рейда, поэтому в первую очередь тебя не раздавать. Урахана, держи. Авкает. Йоёк, раздавать будешь за Урахана. Ну и у меня 5 штук. Так, перерыв стоит. Отойду тоже. Насчет Санжи нам немножко может потребуется состав перетасовать, но это будет видно уже по ходу вайпов и траев.
сори. Которые дают тебе либо манерики. Давай я зачитаю, дочитаю, потом будете вкратце суммировать. Ну ладно. Они там привязаны. Я все-таки дочитаю. Будет 5 вкусных иглобрюхов. Игроки могут их лутать. Вот полутав, игроки увеличивают на 3% свой урон или регенит 450 маны в секунду. Эффект стакается до 50 стаков. То есть вкратце до 150% увеличения урона или до 22 тысяч маны в секунду регена. Получение любого урона заставляет вкуснейший говрюх дропнуться из ваших рук на землю. И игрок не может поднять вкуснейший говрюх в течение следующих 2 минут.
Ваша задача игроков, которые держат, гоблюхов, держать их как можно дольше. Вводя весь урон любой ценой. Танкам необходимо быть предельно осторожными с дебафом. Ады же кусают игроков. Я читаю, подожди. Сейчас, сейчас все это разберемся. Во-первых, танки, вы меня слышите? Угу. Время боли, дебаф, который заставляет дамагаться, моментально скинет все вкуснейшие вобрюхи. Это означает, что ни одного тика, ни одного такта урона не должно пройти. Дальше. После достижения 50 стаков появится красный круг вокруг вкуснейшего гобрюха и игроков, которые держат его. Через 6 секунд появится глубинная акура, акула и убьет инстантно вкуснейшего гобрюха и игроков в 8 метрах. Одну секунду. Как линкануть фикавру? Ну, в чат. Открываешь чат, куда хочешь линкать. Через shift кликаешь по основному моду. Да, просто линкается как и там. Тут я перейдем маленько, а то я думаю, некоторым будет неприятно смотреть, что там написано отсосать. А, нет. Ну. Так что это просто соук теперь написано и метка. Спасибо. А мою можешь переделать лидерскую такую же? Я такой знаю, что это. Для хорома оставьте. Бля, я не хейтер, такой пизду, блядь. Я только подумал о хороме. Да. Бля. Так, тихо. Блин, да какая разница, что там будет написано? Не обижайся, все нормально. Тихо, продолжаем. Отсоси. Хором, харе, не надо. Он саран тоже. Так надо нарочно рыбу выбросить перед отправлением. Значит так, когда появится красная акула, когда вы достигли 50 стаков, ваша задача отойти куда-нибудь в бок и постараться скинуть рыбу и всем выйти из этой области, куда прилетит акула. После того как акула съест иглобрюха вкусного, она дропнет новых иглобрюхов вкусных, короче, вкусняшку. Рейду нужно будет опять 5 разных игроков взять вкусняшку, чтобы это были самые сильные дэшники. Танки должны будут никогда не получать вкусняшку, поскольку они потеряют этот баф моментально. Значит так, рыба, которая спавнится и кусает всех. Они кастуют каст, который телепортирует их за спины игроков и может сбить вкусняшку. Значит так, этот каст необходимо сбивать инстантно. 8 секунд, чтобы вынести вкусняшку. Как получить урон? Зайти в войд-зону, например. Разберемся. Триггеров эти, этой вкусняшки будет много. Танком. Отличие предлагаю по фазам. Сделать я... танком. Подожди секунду, извини. Одну секунду. Отличие в первой фазе. Ладно, продолжай. Я пытаюсь разобрать, что здесь по-английски написано. Ну, либо в лужу зайти на второй, третий фаз, когда будет тонна луж от этих от адов, змейчиков. Либо танк с дебафом берет на себя босс. Уже не дамажит, нет? По-моему, дамажит, по крайней мере, там, где читала, это проходило. Значит так, читаем. Муроки, когда, которые спавнятся во время консюминга... Еще в медузу заходит, вот. Когда спавнятся муроки... Секундочку, я читал, что там дамажит, просто надо подождать секунду или... Блин, я ёкнутый вообще, просто помолчи, серьезно. Лазер заны нехер, окей. Да, я скажу, Маш, ну это не серьезно уже. Муроки, которые спавнятся... Да на замену иди, еще раз перебьешь, достало. Муроки, которые спавнятся во время спавна муроков. Yes. Бафают других при помощи мурок мэша. А, короче, когда мы скидываем муроков, каждый скинутый мурок бафает всех остальных муроков на 75%. То есть скинули трех муроков, все три мурока бафнули друг дружку на 75% по всем статам. Ага. Короче,
Что рекомендуют? Рекомендуют следующее. Необходимо, чтобы игроки скидывали муроков в разных синих лужах. Если... Там чтобы... же у них рейндж 15 метров. Что делать с 5 игроками, которые держат вкусняшку? Я бы просто посмотрел, чтобы у всех было понимание, все что за беспредел. Хорошо. Будет происходить. Хорошо, давайте пулять на пол. Колодец сейчас поставлю, секунду. Стоп, 5 человек. Давайте сейчас просто скиньте на 100 духов, кто может. Все подняли вантийские руны? Нет. Трейд Аразу, трейд Йог, трейд Друидису за вантийской руной. У меня осталось 3. У меня осталось 2. У меня не осталось. Берите его Аразу и Йог. Спасибо, Маш. Йог, ты 8? Ну, 8, но с выключенным микром. Все, у Аразу больше нету. 4 руны. Кому нужны еще руны в антийске? Йог, кидайте трейд. Хрома, ты тот? Че? Вижу все с фантики. Все, вроде все с фантики. Давайте еще раз напомню. Дайте столик. Дайте на 100 духов людям, кому нужно. Кого осталось. Давайте отчет на пол. Попробуем сейчас сходу. Я лично сам попробую полутать. И ДДшники. Сильные ДДшники, сильные таргеты. Вы попробуйте полутать. Попробуйте продержать как можно дольше. Поты. Я убью вас во имя Шары! Нас еще ждет дележка выстрелов гидра. Смерть заберет вас! Вкуснейший голбрюх. Берем. Блять, хочу отдать. 7000 маны раз в секунду? У меня уже 20 стаков. Сложно. Я сорву всю плоть ваших костей! Изи, по-моему. Чё-то вообще не чувствуется. Вот смотрите, они сейчас будут... Иглобрюх упал. Обходим как на этом, на лицензии. Иглобрюха поднимите, кто потерял своего. Мэйлонь 2 торнадо задел. А, нет, Мэйлонь, скинь своего... Мурока. Муроков скидывайте. Так он сам упал. Убивайте Муроков, пока они не бафнулись. Ну лежит, возьмите иглобрюха, вкусняшку. Вкусняшка лежит. Я сорву всю плоть ваших костей! Минус 2. Хаулик. Опа-на. Танки пом... Бляха. Танки помогите скинуть! Наркоманы, молодцы. Положимся. Я не помню, как они ее скидывают? Нет, да, я знаю, ее можно как-то не уроном скидывать.
Ну как? Ее скидывают уроном по танку. Танк как должен, на котором бремя боли, должен поутать удар и скинуть. Да. Даю рез. Когда танк с бременем боли получает удар... Он скидывает всем. Урон проходит по всему рейду, и люди скидывают их головы. Да. Но это надо сейфинить на это все. Я просто не знаю, как там по цифрам будет. Нам пиздец, босса не убьем. Всем спасибо. Спасибо. Либо в зеленых лужах, но там говорят... Все готовы? Ну, фишка в том, что... Все не должны постоянно перекрывать. Смерть заберет вас! Интересно, а фича с бопом работает? Нет. Порезали мифики, иммун не работает. 22 стака. Нет, у меня это рекавы. Да. Рано убили. ГГ. Вы что, серьезно? Они не дамажат. Да, они доту вешают. Mm-hmm. Они вешают дебаф, который невозможно пройти. Блин, танки, поменяйтесь, танки! Убей меня, акула. Нет! Да, блин, блинки, кстати, работают через... Нет, через те. Даже не обязательно входить. Альдазар, на этом таунте тебе надо подождать, пока снимется. Бой 6 минут идет вообще. В смысле, пока снимется, Макс? На этом таунте, который ты прожал, надо, чтобы я еще потанчил пару секунд, с них снялись эти ихние хрени, только потом забрать. Нет, Макс, не выйдет, вайпнешь нас. В смысле? Там, наверное, в момент, пока они красные... На комбу... Нет, на их сбрасывают гораздо раньше. Да. Ну, я и говорю. На комбу время боли. За 2 секунды до того, как покраснело все, вся эта ерунда, на меня кинулась боль. Смотри. На тебя кинулась боль. Забирает Альдазар. Он держит. На нас вешаются акулы. Мы все отходим на край комнаты. Ты делаешь таунт на одну тычку. И он снимает опять с тебя. После того, как ты получишь эту самую тычку. А может вы... Ну ладно. А зачем ты побежал? Не знаю. Не бегай.
Я вообще не знаю, куда я сейчас бегу. По-моему, заблудился. Вот этих темных... Мне кажется, самый профит брать этих иглобрюхов как раз... А может их вам разнести до того, как покраснелись? Понятное дело, что так надо сделать. Да. Примерно ну, после вот второго это... или до второго торнадо. Рекомендую. Мобы должны умирать в момент появления торнадо. То есть оно только появилось, тогда мы их должны сливать. То есть не бить их в этот момент. Просто кайте. То есть массы не... Еще один тестовый пул, поехали. Не домашний, именно вообще. В момент. Вообще не именно бьем. В момент. Вообще никто никого не бьет, только по моей команде. Стоп ДПС абсолютный. Не бейте босса, не надо, ребят, прошу сейчас, чтобы я сейчас никого не видел в ДПС метре. Стопните, отойдите от босса, не надо. Хорошо, спавнится 5 вкусных рыбок. Мы берем вкусные рыбки. Взяли 5 вкусных рыбок, хорошо. Продолжаем, доджим. Появилось 3 ската. У ската 85 лямов, не дамажим вообще, не дамажим. Скажи... Делим. Сейчас убивать надо. Пошла уе. Под боссом всех соберите их, пошла уе. Нет? Вот сейчас не забирай с меня. Почему? Почему не забирать? Мы все вайпнулись. Чтобы с вас коснялась. Не надо сейчас снимать. Мы дадим команду, когда снять, Макс. Это не выйдет по таймеру сделать. Это фигня произойдет через 2 секунды. Так пусть оно произойдет через 2 секунды. Зачем а потом будет таун, через 2 секунды таун, хрен там. Не будет этого. Потому что КД. Так вы не тратите КД. А как я должен забирать, по-твоему? Просто забери босса, как положено, по тактике. Когда тебе скажут, заберешь обратно. Заберет обратно, на одну тычку. Да под... Абукарачик, подожди, сейчас мы сделаем. Так. Что же, подсказки идут. Да, Мелонь. Мелонь, об этом уже говорила, я ёкни один раз. Значит, нам нужно давать АОЕ по адам за 5 секунд до спавна торнадо. У кого есть неконтролируемый АОЕ? У меня, но там чуть-чуть совсем. Пробуем еще разок. Постарайтесь убрать все неконтролируемое АОЕ. Играем сингл таргет. АОЕ по рыбам дается по команде. Поехали. Я хочу с змеями разобраться. Гуляй, это чуть все равно не нужен, фото бить не надо. Просто играйте в босса сингл таргетом. Пять их обрюхов вкусных. Там... Делите все, кроме игроков с иглобрюхом. Вот, сливать, через... сливать. А, уже. Хорошо, давай. Она же кастует, там каст идет торнадо. Понял. Когда появляется каст, нужно убивать. У нас 42 стака, 43, 44, 45, 7, 8. Вынесли на край. Махнитесь на одну тычку. Все, обратно. АУЕ, пошли. Все, обратно, АУЕ что? Еще торнадо. Иглобрюх лежит на краю, можете поудать. А, все. Она ест иглобрюхи сейчас. Да ладно, что у меня стан 30 секунд. 30 секунд. А где рыба? Мы их не успели убить, ребят? Естественно, половина народа встанет с ней. Чем ты стал ПБР? Ладно, резну всех. Типа их надо раньше объешь, так что вы более поздно команду даете. Нет, без разницы, у меня блинк откатывается каждый раз. Надо, чтобы кто-то считал и озвучивал каждый раз АОЕ.
во время гидры... Тут не угадаешь. Не знаю, совпадало с гидрой тут постоянно. Так. Там несколько секунд после гидры. 3 секунды, может. Может, 2. Ну, поэтому да. Начинать вместе с гидрой, а как раз они умрут. Значит, нет, так, прям после гидры вливаться. Нам нужно прописать ротацию 3 групп людей, которые будут носить вкусняшку, правильно понимаю? Да, смысл особо. Назначить людей, кто это постоянно будет делать, и кто постольку, поскольку. Нет, постоянно. Там 2 минуты нельзя надеть. Нам нужно. А там будет на второй фазе, ты не будешь их, в принципе, брать. Почему? Потому что там будет постоянный урон от пасти. А она не дамажит? Дамажит. Когда притягивается, ты имеешь в виду? Да. Ну а чем еще? Она разве дамажит? Да, дамажит. С какой смысл был ее тогда закрывать? Если бы она не дамажит. Потому что она стянет всех и ваншотнет? Да-да-да, там 765 раз в 2 секунды. А на третьей фазе повсюду будут фиолетовые лужи, там тоже особо не потаскаешь мурлоков. Да, и мурлоки там уже будут не такой проблемой, их будет не так много. В смысле, и, не потаскаешь рыбу, я имею в виду. Они не дамажат фиолетовые лужи. Вы как это они не дамажат? Не должны, по крайней мере. Ты о чернилах? Они скидывают тайного. Пишут, что скидывают. Получается, что только на первой фазе можно... Профит, да и на третьей можно, если... Но это уже РДД будет. Ну, на третьей это очень сложно, потому что там везде... А у тебя выбора не будет, так, ты, скорее всего, Индрович уже будет. 6 минут, босс. Так, ротацию делать, значит, на его брюхов имеет или не имеет? Все равно не видание. Скорее всего, вместе с иглобрюхами, наверное, сдается Гера, там бурсты и топят до второй фазы босса, нет? На первой фазе Гера, типа? Ну да. Ну, это чтобы профит, чтобы от рыбы получить. Сейчас подойду, Паш. Варахан, подожди секунду. Скажи мне, ты тут? Да, мне ребенка надо отвезти. Давай. 3 секунды. Что показывает вам Викаура от выстрелов, которые... Она показывает метку и слово плохое. Да. Правда, мне почему-то... Отсосать корову там написано. Мне показалось квадрат, но квадрата ни на ком вроде бы не было. Я не знаю, может. Не показывает, только пишет. Мне показывает метку вроде какую закрывать. Значит так, нам нужно прописать, значит, вкусняшку, здесь бой. Спасу всех. 5 человек. Профит не всего, поначалу кому брать? Миликам по типу редриков, у которых бурсты? Ну, судя по видосику методов, у них 3 милишника взяли сразу. А потом? Разбойники и кто-то еще не знаю. Потому что они не ауешат, разбойники. Не, они тут сразу ауешат начали, это они все с тобой. Первые, первых змей можно почти не парить, сразу убивать. Ну, чуть-чуть прям это. Вот со вторыми уже это. Сложнее. Вот они сбрасывают после первого торнадо. Допустим, хорошо. Кто хочет, кто готов носить и не косячить? Вары, вы справитесь? Кто из вас? С чем? Я Армс. Клифф это Фюрик. Давайте 2 вара. Я пока не очень понимаю, как это работает. И как, кого стоит назначать. У кого стабильно высокий урон? Из миликов. Из ренджей. Мистик, у тебя как? Спайковый или высокий просто? Ну, у меня нормальный. Ты Фрост, нет бурста, хорошо. Скажи, у тебя... Ты можешь таскать? Ну, сейчас нежелательно, потому что я сплю уже. Тетивота ты потаскаешь. Давайте вот так вот, первая фаза.
Не знаю, как-нибудь так. Насчет выстрела гарпуна я не очень понял. Нам делить требуется его, расписывать людей или нет? Он мало дамажит. Но он весь бой дамажит. Выстрел гидры имеете? Угу. Как минимум один человек, то уж точно можем перекрыть. Нет, я тут про то, Сарямба. Я про то, что это... хотел? Что делать Викаура для игроков и для РО? Тетива же написала. По идее, клиентская да? просто пишет, что надо это сделать, и звездочка, а твоя решает, распределяет рейд по звездочкам. Но у меня ничего нету, моя ничего не показывает, Викаура. Вообще ничего. Моя работа. Посреди экрана пишет все. Моя не работает. Говорит, какую перекрыть. Паш. Да. Твоя Викаура назначает. Тебе, она мне даже не... она... тебе обе нужно. Мне обе нужны? Дайте мне клиентскую тогда еще. Дискорд. Зачем? Тетива или тайного линканить? Вы она же не скачивалась из чата. А что делает, Паш? Что? Чтобы лишние люди не перекрывали эти самые, когда им не нужно. Рахан, я не о том. Я про то, что Викаура делает все за нас, мне не надо расписывать людей или надо мне расписывать людей? Она на перекрывалку, что надо перекрыть. Этому человеку надо перекрыть луч, всем остальным надо отойти. У кого нет надписи, ну... Ты мне не ответил на вопрос. Я не знаю, Паш, вот я не понимаю. Нет, конечно, не надо ничего назначать. А то не ставит. Потому что мне регулярно высвечивается, какую мне метку перекрыть. Лиф попросил поменять. Марневаль, потаскаешь? Я не знаю, поверь. Зачем ты так написал? Просто подряд 5 ников написал и все. Не буду ее таскать, пока я не пойму, что нужно делать. Давай меняй. Вижу, вообще без проблем. Хорошо, тайного держи. Потому что мне так пока что комфортнее тайного. Потом уберу эту вкусняшку. Может еще будут какие-то моменты, которые нужно будет добавить. Давайте напомним. Пробуем. 5 игроков берут вкусняшку и таскают ее, которая сидит. Слушайте, а есть эти ауры, которые до конца скачиваются? Ну, у тайного у меня полностью скачалось. В Дискорде. В Дискорде, в General чате висит. Давайте еще распределимся, чтобы путаницы не было. Они же лежат в определенных местах всегда. И вот люди 1, 2, 3, 4, 5, чтобы они в конкретное место им не лежали. Там слева, там в центре, справа. Да и чем сейчас? Ну, чтобы не было того, что два человека побежали без одной рыбы. Да, путаницы, чтобы не было. Предлагаешь по меткам разделить? Не по меткам. Не обязательно, 5. Ну, тетива пусть возьмет та, которая около входа будет. Одна, я знаю, есть за спиной. И две вроде по бокам. Я возьму вот здесь, короче, есть точно одна. Они в бонусе вешаются просто. Где-то вот здесь. По-моему. Одна прям должна быть где-то за спиной. Ну, сейчас посмотрим, короче. Хорошо, поставил 6 меток. Как-то можно будет определить, идентифицировать положение в комнате. Давайте еще раз закопаем. Без еды пуляем дальше. Ну так а кто куда бежит-то? Сейчас посмотрим. Сейчас разберемся по местам, которым они спавнятся. И после этого я, может, поменяю в Source Raid Tools вместо названия вкусняшек просто по меткам распишу. Мне нужно понять сейчас. Посмотрите, ребята, которые сейчас берут вкусняшки, где они спавнятся. Приливный камень будет нашим! Отходы РТД отойдите. Так. Море преисполнено силы! Ну вот, возле квадратика два возле Луны и одна возле Земли. Вот еще вкусняшка лежит одна. Посмертный возьми. Сильно заливаю. Ауе. Добивайте змеев. Последнего змея добейте. Почему его бьет один? Раны залили очень. Танк бьет. Ну ладно. Хорошим попробуем. Давайте попробуем сбросить. Типа там. На край. Станьте неактивный танк. А
Обратно. Ауе. Вот теперь сливать их нужно быстро. Почему? Альдазар, почему? Время боли, походу, да. Да-да-да, Альдазар забрал босса, а на нем не был. Или Синедр не забрал босса, не очень помню. Я забрал. Ну, в смысле, я не забрал. А почему? На мне стан 30 секунд. Откуда он тебе стан? А хрен его знает. Перекрыл, видимо, два, этих здесь больше нет. Нельзя крыть очень танки. В прошлый раз я стоял в стане 30 секунд. Значит, лучше. Хотя я видел 3 луча, а должно быть 4, вы это осталось друг в друге. Но стоял в почему танком нельзя делить? Потому что на танке будет... Делить-то можно. Не 2 же сразу. А лучше вообще 10 не делить. Зачем лишний урон? Не нужен вообще. Танковое умолчание может поделить 2, если они 2 не стоят вместе. Можно? Можно, скажу простую вещь. Ты повесишь на себя стан, если ты поделишь 2. Как я могу стоять 2, делить 2, если человек, люди должны разойтись? Потому что ширина конус луча достаточно широкая, даже если лучи разойдутся. Не, не надо этого. Никак. Я вот одну не пойму с лучами. А, есть Антон, да, Викавро, который говорит, надо тебе вставать или не надо. Если надо, то какую метку перекрыть? Блять, какие вообще еще могут быть вопросы? Вот, ребят, вот реально. Нету, ты не перекрываешь. Значит, отошел в сторону, не ловишь луч. Стоишь перекрыть тебе круг, там квадрат или что. Встал и перекрыл. Какие вообще еще могут быть вопросы, ребят, вы чё? Значит так, Альдазар Безвик Аурс, как я понимаю. Ага, забыл про него, извините. Марневаль Безвик Аурса, посмертный Безвик Аурса и Харома. Но так, в любом случае они не мешают. Фоксина, Мясодел, Майонь, Мистик, Панцерзан, Клифф. И Камикадзе не установили эту Викауру, мне пишет. Сейчас я посмотрю. Ребят, давайте тогда сейчас мы для себя решим, что мы траем с этой Викаурой. Чтобы траить с этой Викаурой, я сейчас ее линкану в General чат Дискорда. Переходите по ссылке в General чате. И копируйте справа есть копия Викаура Import String. Для начала давайте установим ее для всех. Ребята, у кого нету Викаурса, поставьте, пожалуйста, себе сейчас аддон. Подожди. Где в Дискорде еще раз она? Ты аутист? Я прослушаю. Ты что, троллишь меня? Дебил, забей. Харам, не надо. Ну, сейчас по-любому будут еще вопросы, где она находится, поэтому... В общем чате. Конкретизируй. Там даже линк есть. Ставьте себе Викаурс, ставьте себе Викауру непосредственно, я жду. Я не умею пользоваться этим аддоном. Тебе не надо им уметь пользоваться, там для аутистов сделано, просто установи его. Ну вот я настолько аутист, что ничего, ни черта у меня не импортируется, не устанавливается. Установи аддон для начала. Как установишь аддон, тебе скинут ссылку в чат, на которую ты нажмешь, и он автоматом установится. Там предельно просто. Я бы сам его не стал ставить, в другом случае, если бы он не был простым. Я до сих пор помню этот Авраурус. Фокси, тебе дать Викауру саму? Тайнава, линкай. Какую ошибку дает, ребят? Скажите, я погуглю на эту ошибку. Посмотрим, что может дать. Ошибка. Я... Тоже в релок. Так, хорошо. Ты молдат. Я ее вставил, но в небо я не могу ее проверить. Я сейчас проверю, мне напишет, если у вас она есть. Ребят. А ну еще разок. Хорошо, пробую ее установить. Пробую просто новая индикация. Импорт, вставляю ссылку. Импорт. О, отсосать на весь экран вижу надпись. Ну, что делать?
Открой чат в General Discord. Да. Там ссылка vaga.io и... Угу, да. Перейди в ссылку, по ссылке. Я решил. Справа есть copy vcaura import string. Нажми на эту кнопочку. Copy. Нажал, Морни? Да. Пропиши в игре slash wa. Да. Открылась vcaura? Открылась. Нажми кнопочку новая индикация. Да. Снизу будет, в самом низ пролистаю, там будет импорт. Есть. Нажми на импорт и вставь сюда тот текст, который ты скопировал только что. Ctrl-V. Сделал. Нажми выполнено. И перенеси ее по экрану, как тебе удобнее. Отсосать по центру экрана, все работает. Перенесите в ту часть экрана, в которой вам удобнее. Часть отсосать. Нужно было убрать. Кто убрал? Скиньте, пожалуйста. Я сейчас поищу, как убирать, и расскажу вам как. Не могу понять, как убрать на самом деле. Тайна, где? Выбрали ауру. Рассвет, нагшот индикатор. Индикация? Да. Ну да, индикация. Расширенный редактор текста. Расширенный редактор текста. Третья строчка. Return Tart Frame. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. CFFF 0-0. Потом идет. А у меня отсосать. Текст за пределами экрана. И что? Пошли. Return 1.24 target frame we rate target. У меня target. Строчка уходит за пределы экрана. Ну и что? Вы выдели часть, удали. Хорошо. Я все. Нет, учу. Нет. Что там стоп, написать? Стоп. Ctrl A можешь нажать, скопировать это, вставить в любой текстовый редактор, найти там это слово, сосать и поменяй его на что. Зачем? Хочется. Просто ставишь индикатор, мышку и влево-вправо стрелками гони. Понял, спасибо. Новая индикация. Что, наши делали, что ли, что нас сосать написано? Да. Рассвет. Нет, блин. Алгары. Нет, стрелочка сильная. Какая разница, вот реально, что там написано? Вот. Принципиально. Не хочу, чтобы мне посреди экрана было написано сосать. Ребенок у экрана. Ты что? Заменил нас сон. На твоем месте, Харам, я бы вообще молчал. Бля, это сказал человек, который не нашел ссылку в общем. Все, заменил носок. Получилось. Хорошо. Получается. Вот с пульти посмотреть сейчас как будет. Блять, не перекрывайте лишнее. Сейчас смотрим, кого есть аддон, а кого есть викаура. До половины этого нет. У Альдазара нет, у Имакуаты нет, Мистига и Харона. А у меня пишет только Альдазар и Мистик. Харому аддон вообще не стоит, походу. Харам и ты, Лансажан, в первую очередь, обоих помьючу навсегда в этом канале. Перестаньте сраться, по крайней мере в рейде. На первом можете что угодно делать. Так, блять, он байтит, что я могу сделать? Я вообще молчал. Оба, ну, да. Тихо, оба. Да, уха, Харон. А? Поставь Exorcus, пожалуйста. Так он у меня стоит. Ну, пиши, нет? Ну, я скинул, сейчас я перезайду. Альдазар, у тебя что с викаурой? Сам аддон поставил про это самое им. Можно еще раз? Я пока прогружался, прослушал половину. Сейчас, сперва у Мистика спрошу. Мистик, у тебя что? А что у меня? У тебя викаура это стоит? Конечно. Мне пишут, что нет. Хорошо, а что у Имакуата? Имакуата, что у тебя? Смотри, Альдазар, короче, импорт. Пропиши ВА в чате. Погоди, Макс линканул сейчас. Так, загрузил, ей какую-нибудь кнопку запуска надо ткнуть? Там кнопочка импорт красненькая. И вот импорт проткнул, все, это самое, в загруженных она висит, по идее. Она у тебя, по идее, будет. Посреди экрана есть надпись, типа перекрой. Ага. Передвинь в нужное место и закрой викалу. Альдазар есть, Викаура, Харома есть, Мистика и Макуату ждем. Можно рыба. У меня стоит Викаура.
Что, Морни? Можно рыбу. Какую, в смысле, рыбу? Покушать? Ебаный. Паша же у всех стоит, а не... Ну да, покушать рыбу. Хорошо, давай. Кто уступит? Посмертно уступит, он бегает медленно. Сейчас. Заметка. Посмертно, где ты брал рыбу? Мы пока их не поделили, Морни, вообще никак. Я ее и не брал. Имакуата, почему я не вижу у тебя Викаура сейчас? Я беру справа, короче. Мне пишет Имакуата без Викауры и Мистик. Почему? Обнови кнопочка внизу, обновлял? Да. У меня только Мистик пишет. А Имакуата что стоит? Галочка, все нормально. Понял. Хорошо. А, подожди, у Имакуаты вообще ничего нет. Пустая полоса. Решаем вопрос. Категорически. А то, что написано не загружено, это нормально? Загрузится в бою. Да. Она активирует Spy Event. Мистик, что у тебя с Викаура? Она стоит или нет? Я уже три раза сказал, что у меня Викаура стоит. Почему? Паша, это сейчас будет видно. Как это будет видно? Объясни мне, пожалуйста. Должно на каждую эту херню быть дебаф на 8 людях. На ком выстрел? И кто? Момент там исключения будем людей высчитывать. Да, ты предлагаешь, что он работает, когда аддон это проверяет за меня. Он сержант только что. Вот мне обновился экран, пишет, что он сержант снес Викауру. Не-не-не, все нормально. Я просто переименовал, наверное, она отменилась в этот момент. То есть ты переименовал Викауру, и она исчезла у меня. Да, скорее всего, она же по имени проверяет. И Мистик переименовал Викауру, так? Ну просто, чтобы мне удобнее было, но она стоит нормально. Взял чью-то, кто-то ссылку выложил, я взял. Сказали, что переименованная. Мистик... Не, само название поменял. А, не, название не менял я. Не... Ну куда-то, почему не пишешь, что у тебя Викауры не стоят? Вообще, ни одна. Прочерки везде. Ну ладно, сделай такой, открой Викауру саму, сделай принтскрин, выложи в привате друидису, что она у тебя есть. Ну это меня успокоит как минимум. Это как минимум... Сейчас Мисадио придет, начнем пулить. Так я же написал, что я тут. А, все. Ладно, самокладно, сейчас поколдуем. Давайте начинать пока что потихоньку. Так что по аминкам-то куда бежать? Я заметил следующее. Возле квадрата появляются две, возле луны появляются две, и одна появляется между зеленью и ромбиком. Давайте сразу и разберемся. Ромбик я поставил прямо в нее, успел. А, ты поменял ее местами? Нет, не поменял, я продвинул ромбик прямо в эту штучку. Надо все остальные тоже продвинуть. Тогда везде прыгаю. После этого пула я... Вайпнемся сейчас еще разок, я поставлю меточки. Ну, где-то тут была. Поехали. Я сейчас метки конкретно у них сдвину. Просто не лечи, Паш, расставь метки по этим штукам. Пусть не забирает никто. В процессе. Действительно, не утайте какое-то время. Дайте я метки поставлю на них. Так, ромбик стоит. Смерть заберет вас! Сюда звездочка. Не утайте, прошу еще раз. Так, квадрат. Есть, зелень тоже есть. 5 меток стоит, они спаунятся статично уже. Полутайте, ребят, свои. Полутайте свои бафы. Смерть заберет вас! Мурок, гад, заспаунился на голове. Делим выстрел гидра. Я не вижу синюю. Приготовьтесь уешить. Блять! Это не вам. Вышли из красных луж. Вышли из красных луж. А, Марниваль не скинул.
Лол. Да. Пиздатая рыба. Делим. Пора кормить рыб! Мне нарисовала звездочка. Значит, что мне звездочки делить? Да, да. Там на человеке тоже метка будет стоять. А мне рисовался... Объем, который... Мне рисовался квадратик, а квадратиков вроде не было. У меня такой же был. Тут еще такой нюанс, похоже. Квадратик был на Эмайоне. Просто Синедра перевесил на Эмайоне треугольник. Нужно да, вот я только хотел сказать. В ДБМах надо отключить настройку этих штук. А мне так и не предложилось отсосать. Это потому что я с рыбой ходил? Да. Можно. Игрок, игрок с рыбой не должен делить. Какой умник это придумал? Так, рыбу нужно скинуть до, до торнадо. Вторых. Ой, да, вторых. Рыбу? Да. Да. Когда будет когда я, стаков... Если я ее скину, то акула на меня не будет чаржиться. Акула чаржится за рыбой. Когда вокруг тебя появится красный свет, в этот момент танки меняются. Происходит урон по всем в рейде, по тебе в том числе. И а, ну то есть это не я виноват, что я ее не скинул? Нет, не ты. Все. Давайте дальше. То есть задача просто в сторону, на край площадки. Я понял. А там просто должен, должна пройти команда. Что... Через бабл ёбает. Какой цвет перекрасить лучше? Не видно никогда этот белый. Я также предлагаю всем, у кого есть ассисты, зайти в ДБМ и в госпоже Санджину в самом конце, в самом низу убрать, устанавливать метки на цель заклинания выстрела гидры, чтобы она не перевешивалась. А также рекомендую убрать уже всем абсолютно Yell with cooldown in icon. В общем, короче, отсчет, когда выстрел гидры спадает. Она пишет в облачках, и метку из этого не видно. А где это? Слэш ДБМ. Это понятно, да. Настройки то, госпожа. В самом, самый низ уровень спускаешься. На русском предпоследняя снизу. Ставить метки. Да, это брать. Я убрал. И третья всё, сверху. Понял. Мы убрали, но ладно. Так, пусть будет вот так вот меточками сделаем. А починка есть? Объясните, пожалуйста, не пришло. Интересно уже тебя. Откажешь. Не пришло. Понял, спасибо, тетива. Там неизвестно, не читал, нужно ли РЭУ самому иметь стандартную, обычную Викауру? Думаю, что да. Не, просто там говорится, что РЭУ только специально ставит, но я не уверен. Нет, там написано так, что... Та, которая у тебя, только Рейл, но то, что не должен ставить обычно, никто не пишет. Хорошо, давайте напомним. Тебе ее линкануть? Обычно нет, у меня стоит, я поменял на сок. Все в порядке. Меня не травмирует больше моя Викаура. Я чувствую себя замечательно. Они вообще до лампы что там написано? Когда пригласишь меня к себе в гости, я тебе на мониторе напишу отсосать, и ты мне скажешь, что тебя это не бесит. Только я возьму фломастер покрупнее. Ты не видел, как у меня это. Да, крупнее, там 42 шрифт. Ты не видел мою заставку на рабочий стол? У тебя дети дома, не стыдно? Дед. Харама готов? Нет. Как бы меня все заебали. Я практически весь красный, мне нормально. Хотя и так можно. Держи. Спасибо. Поехал что-то. Пробуем еще раз. Ребята, я вас назначил по меткам. Идите в свои метки и там начинаете бой. Либо можете начать бой с боссом, а потом получить свою метку. Посмертный микрофон. 5 рыбок. А почему в луне взял тот, кто там не назначил? Кто там взял? Там взял тетива. Тетива спутал луну и ромб, очевидно. Так, делим.
Дит. Да блин, 30 секунд стан. Два человека не разошлось. Нужно, чтобы две кауры из вас расходилась, наверное, кнопки нажимала ротацию. А, для этого макросы есть. Нормально тебе встанет вздыхать? Ну, ничего не могу с ним сделать. Разведите, разведите их сильнее. Очень большой урон получился от время боли. С меня опять не снялась рыба. Время боли. Все, все, ложимся, ложимся. Танки, добейте нас. Посмертный микрофон. Когда рыба съедает, броня не ломается. Спасибо. Оптимистичная надпись. Ни у кого нет. Нужно будет прописать на вторую и третью фазу, получается бой представляется падом. Архан, отвейся хоть. Вам конец, смертные! Кто это убил? Синедра. Ладно. Смерть заберет вас! Давай. Кто-то сейчас опять с милишников стоял на двух метрах. Синий. Окей. Это ты. Да. Я умер. Вы стояли в одном луче. На луч не мы. Не вставай по БР. Да я не собираюсь. Скидывайте. А, тут таунт, алло. Спасибо, спасибо, успели. Ну все, полбосса уже не это. Да. Последнюю рыбу. Почему он Лизар танчит? На свайпе сейчас. Потому что он стаунтил. Почему? Неправда, кроме того, как после скидывания рыб. Ты обратно забрал, Макс? Вот у меня вопрос. А с рыбы же не перекрывают, да? Луч. Нет, естественно, нет. И в луже не вставайте. Нет, я понял. Ну а мне. А Викаура прописывает. Или она этого не учитывает? Не забей, если у тебя рыба. Все, я понял, да. Диурез. Пошустрее, забирайте мобов, когда они появляются, пожалуйста. Они отняли у меня рыбу. Мы Мурлок сбрасываем по КД, как только медузы появляются, или... Да. По поводу, почему не забрали. Надо было снимать эту хрень, гадость.
На мне была боль. Я затаунтил. Через 2 секунды боль спала. То есть я должен был продолжить танчить. А, вот. Понял. Я, видимо, плохо посмотрел и время. И в это время экран забрал. Ты забрал, и оно перекинулось на тебя. Я просто плохо посмотрел, видимо, сколько на тебе боли осталось тикать, подумал, что еще будет висеть долго, поэтому дал я тебя разок ударить, забрал обратно на себя. Понял, учту. А ничего, что у тебя госпожа Сашин? Ты и босса переименовал, что ли, в своей рекавре? Ну это по именно по этой причине у них не отображается она. Давайте насчет. Да, рейд лидерской же нужно делиться по названию. Я сейчас не понял, что вы о чем, подождите. А если твоя Паша делает разметку по имени, сопоставление имен, а у них разные имена. Одна пишет в чат, другая с чата считывает. Че вы гоните вообще? Не знаю, я предполагаю. Не, ну я вижу, что у тетивы, мне теперь пишет тетива, Мэйлонь, Мистик, Лансерзан без рекавера, но если у них она есть и у них она работает, тетива сейчас проверить, то пофиг. У меня работает. Я вам еще раз говорю, как она работает. Одна аура пишет в чат, другая аура следит за чатом. Да что хорошо, я все равно буду проверять. Вот он. Это моя задача, Орхан. Вкусняшки. Смерть заберет вас! Этот босс очень заточен под танков, просто капец. Вот в мили вижу. А кто сейчас на ромбике? Ромбик на ком? Это я была. Ну вот, тебя не перекрыть. И рыб слишком рано убили. Ложимся, что ли? А, нет, есть маленькая. Есть. Можно я удалю эту ауру? Ну, она... Ну, потому что она меня сбивает. Вот она мне сейчас написала, бегите. Приготовьтесь сбрасывать рыбу. Готовьтесь. Выносим. Скидывайте. Ну, уже на нас уже... Надо сбрасывать после первого же торнадо. Но сейчас ваншот все словили. Пион, поставьте, пожалуйста. Нет, сдохните быстрее. 6 секунд. Время все молнии бьют с небес. За 100 веков смертные стали еще более жалкими. Поделить луч реально, но да, ты скинешь ее в рейде. Тебе нужно выйти на край. Мы должны их скинуть одновременно. Это костыль, если люди будут скидывать под лучом. Нам необходимо скинуть их на краю сразу после первых лучей, после первых вихрей. То есть мы есть все разберемся. Еще Варик, вот, у нее знакомый пишет, они в лужах скидывают просто. Нас луж-то нету, мы очень быстро убиваем. Да, но они и не дамажат этих червей до того, как вихри не появятся. То есть Морни, у них хватает времени. Морни, ты выкрутишь на червяках? Но когда они спавнятся первые? Да. Нет. А вторые? Да. Не крути. Они умрут, вторые умерли до второго вихря. Только определенные люди оешат. Все, остальные вообще не трогают этих червей. Они, то есть, они прошли вихри, они успешно скинули иглобрюхов, и все. То есть, ни танк никакой что-то делает, просто в лужи все зашли и... Хорошо. Значит так, по поводу... Нет, еще раз Фансерлан повтори. Ну смотри, да. Лужи висят очень мало времени. То есть мы должны залить их в тот момент, чтобы и вихри заблокировать, и успеть потом еще скинуть иглобрюхов в этих же лужах, до того, как они исчезнут. Кого они назначали и сколько? Вот это надо спросить, надо время. Спросим. Пока что вернемся к тому, что никто не бьет без команды. Не надо их на них крутить. Я вижу Харома, Морни и Мясодел на них крутит. Не крутите. Дадут команду, вы играете у них. Не дадут команду, не играйте у них.
Фокси, без этой Викауры ты не сможешь понять, какую луч тебе перекрыть. Он Блин, я сколько несу по экрану, он перекрывает мою Викауру. И вот сейчас, когда он мне высветил большими ромбик, я искала людей с ромбиком. Ты была ромбиком. Вот, я даже не поняла, что это я. А тебе не должен писать Викауру, если на тебе метка. Это... Ну, он мне написал. Это плохое слово. Плохое слово ромбик? Ну, да. И вот я искала фиолетовый ромбик. А он был на мне. Передвинь ее куда-нибудь из центра экрана, так, чтобы не мешало. Ну, оставь. Давайте на пол. А что ты фейспалишь, Шарахан? Ты же можешь просто увидеть, что из тебя идет луч, и все. Не надо тебе никого перекрывать. Она не должна работать, если на тебе луч. Вот в чем дело. Секунду. Господа англочитающие, откройте, пожалуйста, Паш, открой, пожалуйста, ДБМ, госпожу. Ну? Прокати в самый низ. Да. Самый-самый последний. Это для... Это не то? Ну, а мы где? Это когда когда ДБМ не обновлен под мифик, и они вводят экспериментальную функцию, это она. То есть, типа таймер не прописанный, и мы ДБМ будет их калькулировать. А, окей. То есть это не новый талант для мифика. Нет, это не синхронизация с фикалой. Я не это, я имел в виду делать ретаунт на момент того, чтобы это, ну, взорвать вас, с вас снять. Это не оно? Нет. Оно делает так, чтобы время боли... Таймер начинался не по таймеру, прописанному скриптом, а таймер начинался по последнему касту босса. Смотри, на First Pick'е, на First Skill'е, вернее, у них ауешили только рога и сова. Всегда ауешили только рога и сова? Ну да. Но рога у нас есть, совы нету. Ну не обязательно рогу, можно еще кого-нибудь. Я имею в виду, что два человека ауешили. Двух варов нужно. То есть, я так понимаю... Ну, можно варов, пожалуйста. Ауешить могут все, главное не делать это раньше времени. Они ауешат 7 секунд. И что? Ну и все, там ауешить надо дольше. И ауешат те, кто без рыб. Морни, если они будут их не смогут убивать, это лучше нам. Мы просто добавим третьего человека для ауе. До тех пор, пока ады не сдыхают, это хорошо. Так только ады будут падать очень быстро, как сейчас, это плохо. Ладно, пока что пульнем так. Не уешь, пока что дамажим просто по таймерам. Непосредственно рыб дамажим только по таймеру, об этом озвучит. Это она озвучит, или кто сможет. Я постараюсь. Я убью вас во имя Шары! Мы сейчас берем вкусняшку. Все 5 человек взяли. Клифф, осторожнее, тебя предиспылил. Сейчас будет выстрел гидры. Мы рыбу сейчас не трогаем. Начинаем потихоньку уешать их. 4 выстрела. Из-под морды увели. Развели их так. Так, теперь мы продолжаем уешать по рыбам. А уешим уже. Мы уже по ним полноценно уешим. Добиваем рыб. Прячемся за лужу. Прячемся за ними. Рыбу относим на край платформы. На край платформы вынесите. Синедра возьми, скинь. Все, 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 Альдазар перехвати. Скинули. Разводим 4 выстрела. Разводим их. Играем дальше по боссу. Нет, торнадо идет. Убиваем, убиваем, убиваем рыб. Отошли, отошли, отходим, отходим. Видим зазор. Проходим за этот зазор. Кстати, можно второй рыб взять людям. 5 вкусняшек появилось. Хорошо, нужен второй курс. Держим вкусняшек до конца следующего вихря. Делим урон. У кого Викавра прописала? Разведите их хорошо. Вы стоите в одном конусе 4 метки. Прибить хочется всех 4. Вихрь. Убиваем рыбок. Муроком косты сбиваем. Муроком косты сбиваем, ребят. Это очень важно, как на Харжатане. Продолжаем. Видим зазор, идем зазор. Вторая вкусняшка. Рано, скидывайте вторую вкусняшку, рано. Гидру, разведите.
Скидываем вторую вкусняшку, Макс. Пора кормить рыб! Ага, нас нет. Не забирай. Нам нужно скинуть вкусняшку. Давай. Я забирал. Давайте бремя боли. Альдазар, возьми босса на время боли. Срочно убить адов. Нет, все. Мы завтыкали, у нас поехали таймеры. Съехали, все. Вайп? Да, давайте ложиться. Вторых мобов можно сразу убивать. Почему? Потому что. Они появляются после второго торнадо, за 15 секунд до второго торнадо. Вы их убьете, если все сразу будете играть на исходе. В них играть нужно секунд 5 реального времени. Если бы вы отдали приливный камень, я бы могла вас пощадить! Давайте еще раз по порядку. Я сейчас поменяю немножко века. Кто-то с ДБМ, но не убрал эти функции, то что. У меня вроде бы отображалась зеленая метка, а на самом деле была синяя. Я убрал полностью назначение всех функций ДБМа личного себя. Я забрал у всех ассисты. Сейчас назначаются метки только Викауры. Я могу ДБМ выключить, если ты... Не так, не так. Что не так? Один аддон у тебя должен назначать метки на и людей. Это назначает сейчас Викаура? Если она вешает, хорошо. Я имею в виду на тех, на ком Гидра. Блять. Урахана. А я про что? Про зеленый... Что у тебя? Зеленый шершень говорю? Я про них говорю. Я отключил назначение всех ебучих меток. Я могу нахер ДБМ выключить. Давайте без ДБМ будем. Не надо, не в этом суть. Ты... А в чем блин, суть? Ты котлеты от мух не отделяешь. Вот в чем суть. Отдели мне котлеты от мух, давай. Просим. Смотри. Давай. А ДБМ назначает метки на людей, на которых... Выключил это, он уже выключил, Рахан. Викаура это делает. Блять, хуй с ним, я молчу, все. Ну ты тупишь, не можешь объяснить, что ты пытаешься сказать. Помоги мне, объясни мне, где это нужно отключить, где я не отключил еще. Госпожа Санжин, устанавливать метки на цели заклинаний выстрел Гидры. Убрал галочку. Это оно, Рахан? Она должна быть включена. Зачем? За шкафом. Потому что на четырех людей мешается 4 метки. Смотри, чат, смотрим. Друид ставит звездочку на себя, апельсинку на Харому, ромбик на Эмакулату, на Тайнаву. Вот дальше идет распределение вот, от ауры. Тетива, Морни прикрывает обрывку, Тайнава, Альдар, следующую метку. Я туда клею, хорошо. Если это так работает, хорошо. Я эрлскую ауру не смотрел. Она не имеет никакого вообще взаимодействия. Что, поехали? Подожди, я еще не прописал. Морни, улеть, я поменяю на Клиффа. Смотри, что говорит. Есть смысл брать иглобрюхов. А, блядь. Сейчас. Зачем меня менять на Клиффа? Потому что я сделаю трех ретриков во втором цикле. И камиказу. Нет, и мистика. Смысл есть брать магом, хантам, варом. В принципе, магом, остальные пофиг. Магом, хантам, варом? Да. Хорошо, тебе тайного поменяю тогда. Это потому что блинкаются и отпрыгиваются, если такое. И меня можно поменять. Магом, хорошо, тогда сделаем так, немножко меньше. Два ханта, два вара, маг. В следующем цикле вместо мистика будет тайнаут. Или ты он создавает тайнаут. Он... Пром в два цикла. Если будет третий, мы добавим третий цикл в заметку Exorcist Rituals. Нормально отобразилась у всех новая заметка? Да. Пробуем. На пол. Я сейчас еще раз послежу за каждой меткой назначенной. Надеюсь, люди все-таки убрали отчет в ДБМ. Кто может озвучивать появление вихря? Торнадо, конечно? Да. Когда идет каст торнадо, уже нужно... Давай я, давай скажу. Она же кричит, вот. Вам конец, смертные!
заберет вас! Зеленая метка. Клифф, возьми. А, стоп, на тебе есть. Мясодел не взял. Мясодел взял. Вливается с торнадо. Торнадо. А, нет, мясодел не взял. Все, понял. Не застанило. Забери, я в стуне. Это странно, я вроде в нее прыгнул. А почему так много? Почему так много время боли? Макс, встань. Я встань, Паш, 30 секунд. Давай проведем один эксперимент интересный. Какой, давай? Давай не будем брать совершенно иглобрюхов. Почему? Ну, потому что я думаю, нам хватит ДПС и без этого. Чтобы не было вот этой лишней мишуры. Мы сейчас скины, танк. Я имею в виду просто. Сейчас вайпнулись, ладно, хрен с ним, танк заняло. Когда мы вайпнем. Джельсамин, ты что, бернулся? О, нет. Это не сильно просто увеличит дамаг, прям чтобы прям феерично. Посмотри на тетиву. Мистик, тетива мистик. Ребята, которые правильно использовали иглобрюхов. У них по 2 миллиона с половиной ДПС. Ты издеваешься? Тайнала, ну хорошо, без... оставим первых. Пока что мы сделаем просто по классике. Ближе к делу, когда мы поймем, кто умеет носить, кто не умеет, будем сортировать. Что? Кило пишет, рыбу берут после первых вихрей и играют только в ногу. А Геру дают? Не, Гера на третьей фазе. В принципе, вы чуть неправильно делаете. Что? Вы неправильно делаете. Во-первых, вихрей рыбы не надо брать после. Почему? Потому что если вы раньше убьете рыбы, соответственно, то и раньше вы... Почему мы раньше рыбу убьем? У нас все нормально с рыбой. У нас нормально все с рыбой, действительно. Просто если... Паш, дай стрим, пожалуйста. Вот вы берете. Если вы берете сливы, соответственно, вам наоборот нужно больше, чтобы к цели играл, а только по ноге. То, что вы больше накливаете, вам ничего не даст. Люди, которые берут рыбу, берут рыбу, не кливают вообще. Это никак не связано, не дамажат по боссу директно. У нас нет проблем, чтобы мы не смогли перебежать через вихри. Проблема в том, что люди, ну, еще не привыкли сбрасывать рыбу. Не знаю, ну рыбы сбрасываются либо же там по 15%, вы же знаете, да, по 15% рыбы сбрасываются. Разберемся, блять, ну потом. Пока что троим. Надо. Первый РТ, впервые пришли на босса. Потраем, пощупаем, разберемся. Ценю поддержку. Хорошо. Спасибо. Все готовы, поехали. Приливный камень будет нашим! Ставь пулы по таймеру. 10 секунд нам не сыграют. Не все молнии бьют с небес! Клифф. Клифф, в зеленую меточку. Я просил сейчас это. Ромбик, проблема что ли растянуть это? Ромбик у нас. Как бы должны люди перекрывать? Перекрывать. Смерть заберет вас! Пока что перекрываем, пока что зато не лайкнемся. Диспел. Скидывайте один. Вот сейчас я должен был бремя боли ударить по ним всем. Сейчас у нас будет 5 смертей. Ровно 5. Нужно лечь, уж на все. Время пировать! Не все молнии бьют с небес! Ваша Джельсимина. Ты уверен, что делать именно в тот момент, когда ты говоришь, а не за 5 секунд до этого? А зачем заранее делать?
Потому что ты сказал, я затаунтил, она взмахнулась, пока ушел, прошел урон. Макс, я сказал задержка, я за этим не следил. Это да. Но нужно сделать это будет после вихрей первых. По-хорошему, когда люди доджат первый вихрь, то с рыбы должен задоджить от его плана конца. И в это время ты видишь, они сразу доделать его. Пока они доджат, они пробегают в конец, таунтишь, они сбрасывают рыбу и все продолжается. Ну да. Дело в том, что если я затаунчу раньше, они не разбегутся. Я затаунчу позже, они умрут. То есть у них теперь есть четкая задача. Когда они доджат вихри, они должны быть уже стараться двигаться к краю. Попробуем еще разок, я сейчас просто. Хочу посмотреть на двух варах, как они будут там пукать возле да, края. Как они скинут, Макс. Хорошо, хорошо. Они отведешь босса от них, вот и все. Даже если мили скинется, сдвинем просто. Все на месте, поехали. Еще разок. Вам конец, смертные! Смерть заберет вас! Появилось 5 вкус, слышишь? Берем. Клифф не взял. Я писал в чате, зачем клифф надо поставить. Я не пошел. Опа. Ну вот что вы мне говорите, я не вижу синей метки. Посмотри, что мне Вашка написал в чат. Какой-то глюк, что ли? Йок, вставай. Вихри пройдут, повесивайся бремя боли. Альдазар, забирай босса. Скидывай, бери. Разошли. Скидывай. Все, забирай обратно, Альдазар. Рыбу уже скинули всю. Три сейва, ураха, на разу. Фокси, ребята, нам это без сейвов надо прохиливать. Убиваем этих рыб. Сейчас будет новая вкусняшка после этого вихря. Новые 5 вкусняшек, новые 5 человек взяли, 3 ретрика. Не все молнии бьют с небес! Делим. Время пировать! Вихрь. Рыбу добиваем. Сколько стаков сейчас вкусняшки? Понял, по окончанию вихря. Следующее время. Делим. Нужно время боли. Вынесли, выносить. Время боли, дай порой. Альдазар, снимай. Все, давай. Отошли от красных уж. Перехвати обратно снизу. Да я не могу, зачем так часто таунт, я не понимаю. В смысле, Макс, я не нажимаю таунт вообще сейчас, последние секунды, наверное, 15 как минимум. Да я не знаю почему, значит у меня нету агро и меня. Я не могу играть, когда у меня каждые 2 секунды босс куда-то убегает. Ну так он босс перехватил и все, ты его забрать не мог. А, ну да, точно, там же иммун на таунт, я забываю. Нету тут иммун на таунт. Диминишинг? Конечно есть. Вика не видим. Знаешь, чьи викауры мы пользуемся, где написано отсосать? Чей? С тем человеком, с которым я переписываюсь. Прикольно. Кто у них писал викаур? Каэдзи. Кто? Ну, кто у них писал викаур, я тебе ник говорю. Еще раз, я не слышал. Тебе ник нужен? Ну да. Каэдзи. Нужно у него спросить, что за херню викаур выдал в чат только что. Я могу тебе хоть час его в дискорд позвать. Не надо мне его в дискорд звать. Пока что. Какого починку? Пока что так, дотраем, а там видно будет. То есть вместо того, чтобы на метке... Вы разобрались, почему синей метки нету? То есть нету. Ну, мне дважды
Не обсалу? Да. Важно, что это уже синяя метка, ее нету. Синяя метка была на посмертном, посмертном, он сырзанин. Не было. Я че вижу, какие метки там есть. Не какие угодно, но не синий. Два раза так было. Да на, в чате у меня пишется... Ну а я-то, у меня глаза тоже есть. Клиф печенька, ее кромбик, посмертная синяя. Ребята, на вас были эти метки? На тетиве почему-то не было... Звездочки? Звездочки. У меня Викаура, видишь, как бы гонуло. Сообщение. А на посмертном треугольничек вместо синей поменялся. Вот это регулярность. Вот, метки есть, но нету той, что надо. То есть, что-то переставлять. Не Викаура говорит за Lost Senior, а... Объясняю. ДБМ, я у вас уже в пятый раз говорю, а ДБМа тоже есть встроенная похожая функция. Он делает отчет и пишет меточку при этом. Уберите этот отчет в настройках ДБМа. Он пишет треугольничек спадает через 4, треугольничек спадает через 3, треугольничек спадает через 1, он спал. Из-за этого вы не видите той метки, которая там должна быть в теории. Из-за Викаурас. Но я свою вроде убрал. Не, не было времени проверить. Попробуем еще раз, мне кажется, это моя Викаура баговала. Ну сейчас. Ну это я отойду на 3 минуты био. Давай. Зайдите все в настройки ДБМа и отключите следующие. Тетива, речь не о метках, а речь о сообщениях в чат. Знаешь, такое вот сообщение, когда пишется. Как открыть ДБМ? Ну или как-то так. ДБМ, слэш ДБМ. И что еще раз отключить? Открой границу Аргераса и нашего босса. Госпожу, вниз промотай. И там устанавливать метки на целях и... Сейчас скажу, где еще. Там же кричать с позиции, когда на вас выстрел гидры. Heal with countdown an icon when выстрел гидры фейдинг. Так, это две галки только убрать. Ну, вот эти галки убери, да. Нужно тратить дальше. Есть у кого вопросы по энкаунтеру? А что плюс, прости, не услышал, не понял. О, ты вернулся? Я да. Давайте тогда трейд. Может, завтра еще соберемся? Зачем? Потравить, да, там. Завтра пятница и вечер. Для кого-то время провести с семьей, для кого-то время просто отдохнуть. У кого-то, может, вечер занят работой или еще чем. У нас есть наши РТ, мы соберемся по РТ. Хотя, конечно, я понимаю, о чем ты говоришь.
босса убить хочется. Тем более, что можем. Я просто не вижу в нем серьезных проблем. На сестрах, по-моему, сложнее было. Поехали. Разобраться надо всем. Пока что первую фазу тестируем, на второй фазе будет других чем. Вам конец! Опять заметки сменились. У кого тут заметки? Обновил обратно. Пять вкусняшек. Клифф, не можешь, я возьму. Я не откажусь от маны. Опять то же самое. У вас не написалось, кому бы перекрывать? Да, опять не разошлись. Видишь, что мне Викавр в чат написал? Какой-то глюк. Это видишь только ты. Это вижу только я? Этого не было. Нет, это вижу только я еще. Видите? Да все, блин, видят. Это лидер рейда же пишет. Вот сейчас вы должны были скинуть, кстати. Сбегайтесь подальше друг от друга. И желательно не впасть акулы. Я сейчас заново ставлю рельскую Викавру просто. Что она в рейд-чат пишет? Вот это нага, сиган, фоксина 0. Ну так она и назначает. А... Нет, этого не было. Это появилось. Было. Это появилось было. В нашем пуле. Было. Это давно уже на самом деле. С первых пулов я это вижу. Паша, ты это пишешь, наши Викавры это считывают. Может, у тебя еще что-то стоит, типа ДБМ? Нет, yeah. Метки назначаются, все верно, не, значит, меток проблем не должно быть. Метки вон вешались, последние метки. Это у нас что? Хорома, Йок и Макуат посмертный, вторая группа. Фоксина, Хорома, Йок, Марниваль. Только почему на посмертное ты ставишь метку квадрат, а у него... Что-то другое пишет. На мне выстрел ауры, как есть треугольнички. То же самое у Марневаля. Треугольнички это ДБМ ставит, типа, чтобы выделить. Это у них ДБМ ставят, это их личные. Типа у Йок сейчас так же было, но я увидел. Выключил. Я увидел то, что на ней был пробег и два раза перекрыл. Надо троить. Осталось 10 минут. Все, разбор будет после. Поехали. Вот он. Вместо квадрата пишется треугольничек. Значит, это нет, квадрат был. Я видел. Был, но он закрывает это своим сказать. Ничего страшного. Продолжаем пока что. Да. Прошли вихрь, встали на краю платформы. Приготовились, сейчас скидывать будем. Громовой шок прошел. Забери. Очень много урона. Больше положенного. Сейчас объясню это нашим танкам, короче. Вот на мне квадрат. Ромб назад. Вот. На Тайнаве нормально работает. И на мне печенька тоже нормально работает. Давайте ложиться. Ложимся, я хочу еще один пул сделать. Встали все в точку. Танки, короче, для вас этот бой очень требовательный. Сейчас объясню. На кого было первое бремя боли, которое сбивал нам первые вкусняшки? На Макса, кажется. На мне время боли, я должен затаунтить, а он должен забрать обратно. Смотри, на тебе время боли, ты когда делаешь на себя таунт, ты прожимаешь сейв. Любой, Shield Wall, Ярость Спящего, Бар Скин, все вместе одновременно жмешь. Potion Armor, тебе нужно жать сейв в этот момент. Можно урон... спросить? Секунду. После того, как ты расскажешь. Давай. Урон, который получишь ты, получит весь рейд. Ты получил пол глюхи. Да, и мы все получили пол лица. И у нас сразу посыпались.
Мне говорят, что ты постоянно с рыбой. Да. Зачем? Потому что Клифф не может сейчас ее брать, я беру вместо него, играюсь. Вот. А можно я возьму ее вместо него? Морни. Хорошо. Че? Там ты снимал, еще есть, называется, кричать с позиции, когда на вас... Я снял все. Тоже снял? Посмертно это не имеет. Я снимаю всю эту хуйню. Всю. Я снял везде, где написано что-либо объявлять касательно выстрела. Посмертные. Пусть еще у Рахана снимут. Было замечено только последние два пула у посмертного и у Морта. Это, Тайнава, нужно сбрасывать рыбки, когда, ну, когда идут первые торнадо, правильно? Ну, вроде как, на некоторые. После а почему торнадо. Тогда... Почему тогда их не скинуть зелеными лужами, которые вот торнадо прошли, там еще немножко зеленые лужи, мы их там скинули, и чтобы танкам не вот это вот не менять. Я откуда знаю, я говорю, как видно на видосике. Просто мне кажется неудобно, то, что будет весело. Я предлагаю. Во-первых, они все будут в одном месте, эти штуки. Во-вторых, танкам не нужно будет меняться. Лужи не осталось, будет... что делать дальше? Нет, я понял, что он хочет. Лужи должны остаться. А вот не осталось, у нас ни одной лужи. Ну не осталось, закончить? Пиздец. Вот это выход, скажи мне, тактика. Если что-то пошло не так, и сразу пиздец. Да, тактика в этом и есть. Давайте... Если ты ее не соблюдаешь, ты умираешь. Скидывать танки. Морни, тактика должна лужи. Быть такая, что если ты немножко от нее отклонился, это не вайп. Это все еще продолжение боя. Ну тогда почему... Когда мы немножко отклоняемся от тактики, которую придумали вы с танками, мы тут же умираем. Почему с недром мы умерли? Вот я согласен. Потому что не прохилили. А почему ты не прожал шедлоу? А почему ты решил, что я его не прожал? Потому что урон был фатальный. Сейчас мы сдохли скорее из-за того, что я чутка заслакал. Все. Морни говорит, поэтому мы вайпнем. Я затаунтил. Когда тактика зависит от двух... тем более одного человека, это гораздо хуже, чем когда оно зависит от выполнения какой-то механики. Почему? Один человек отыгрывает бой, это проще, чем весь рейд отыгрывает бой. Короче, я поддерживаю, Морни скидывает через лужи надо. Будете поддерживать на собрании КПК КСС, а сейчас тактику исполняйте. Умники. Я только хочу узнать, то есть то, что после второго урагана надо менять, это я зачем-то отменил? Потому что ты рассказываешь, сейчас уж. Не-не, это после второго надо меняться. А вот дальше как? После четвертого, после шестого или как? Нужно потратить и увидеть. Хорошо. Вот. Сейчас у нас осталось время на один. Громовой шок. И вкусняшки. Ну вот я без вкусняшки, мне грустно. Сейчас будет ураган. Лужи лежат. После этого мы будем снимать. Нет, вы снимать будете. Нет? Следующего? Я сейчас скажу, когда. Не сейчас, не сразу. Все, вы сейчас. Вот надо выбирать обратно, я в стуне. Камиказу прохильте. Вторые вкусняшки. Скидывать нужно будет... Нет, еще рано. Не прохиливаем сейчас людей. Вы через танк выносите. Нельзя выносить через танк. Ты выносил еще сразу. Нельзя через танк нести. Нужно скидывать. Забирай. Лужи зайдите. Снялись? Нет, лужи зайдите. Да. Ну да. Пора кормить рыб! Базар, не забирай так резко. Она автоатаку, походу, не успела еще сделать. Подожди, вот сейчас в последний момент я таунт вообще не прижимал.
То есть как только кинулось время боли, и как бы оно так и висело. Давайте еще раз попробуем через ужин. Мне говорят, что ты пользуешься тактикой с танками на боссе оригинальном, когда он только был. Сейчас все тактики съехали, тайминги съехали. Мы не упремся в берсу, мы убьем нормально. Нам не нужно, чтобы танки скидывали. Мы должны хорошо это делать в лужах. Попробуем еще раз сами. Я же только что сказал об этом. Йо, Крис. Ну, видимо, не услышал. Каждый давит свое, Ансерзан. В каких лужах? Слушай, я лужи, просто... которые, я просто... сдаем, чтобы войти. Вот эта лужа, которая от вихря, вот мы в нее зайдем и скинем в нее. Так с каждым вихрем. Какая лужа от вихря? Ничего. От угрей вы хотели сказать? Ну, да. Лужа из-под угря от вихря, для защиты от вихря. Так. Такие где-то будут с краю скидывать? Не сразу, нет, поближе к концу уже. Видишь, что уже заканчивается, тебе ее нужно скинуть, ты скидываешь. Ну, суть, когда мы доджим торнадо, есть смысл скинуть людям рыбу в эту лужу. Это 30 стаков. А там уже к следующему торнадо у тебя будет 50, и ты, если тебя не затриггеришь, да, как бы все, тебя уже сожрет. Давайте. Так что это примерно плюс-минус в это время если скидывается. Там вроде амебы спамятся как раз под это. А можно? Что, вы сами? Да, мы сами. Пока мы пулим. Боты. Да, Макс, что? Пока мы пулим, вопрос. Сколько стаков вы можете держать? До 50, потом вылазит акула. Не нам будет Викаура, да, нам обоим танкам. Пока что как на сестрах. Пусть они сами попробуют. Говорят, что сейчас так проще. Хорошо. Зачем осуждать себе жизнь? Действительно, мы в Энрагу не упремся. 8 минут. Акулы вылезают на ХП босс. На 50. Слишком рано убили. Еще есть два угря. А. Еще один угорь есть. Добить еще одного угря. Ага. Вот в эту лужу скидывайте. Ханты, маг. На ком еще? Тетива вот еще не скинул, он еще бегает. Там еще один лежит, можно взять заново, походу. Ее могут подобрать заново, но подбирать ее заново не должны. Вышли, вышли из лужи. Красный. Камиказа. Вы не видите огромная красная лужа? Они в стане были. Ансерзан, не комментируй, пошути. Люди с тобой в рейд, почему сразу не видят? Просто накосячишь. Или в стан, или еще что. Не все молнии бьют с небес! Нам нужно следить за убийством этих змей. Держим, держим рейд, ребята, нужно держать. Жильсамина стан. Убиваем, убиваем. Убиваем рейд. А чё вы этих кузнечек не берете? Нельзя. Ну, почему нельзя? Просто у нас прописано две группы, а это уже третья получается едет. Не, я подошел и не могу взять. А, у меня добав. Да, да. Пойдёшь на корм рыбам! Уроков много уже, мы их там будем. Я сорву всю плоть ваших костей! АОЕ? Залейте это АОЕ. Смерть заберёт вас! Пойдешь на корм рыбам! Прохилим, прохилим, прохилим. Нам нужно учиться дурить. Я сорву всю плоть ваших костей! Рыб убиваем. АОЕ. По полной. Устрите мощь! Я не успею. Закрытую под волнами. Все, ГГ. Потёжится. Вторая фаза. Пора кормить рыб!
можете подсказать, как зеленые лужи называются? Урон, урон от них. Природа. Если знает кто-нибудь. Сила природы. Нет. Как называется эта зеленая лужа? Чтобы посмотреть, сколько урона получила от людей от зеленых луж. Просто я вот предложил скидывать в зеленых лужах рыб, потому что они вроде дамажат. Я заходил в них, ну, нечаянно раньше, и меня дамагало. Сейчас я пытался Сейчас я пытался скинуть рыбу и не прошел урон. Я побегал там в зеленой луже, ни хера не произошло, пока я в торнадо не зашел. Может, тебе абсорб? Вот. Может быть. Если на игроке абсорб, мне кажется, уже не скидывает рыбу. Ну я сейф просто не жал абсорб свой. Сейчас сам потестим. Тетива, потестируй сейчас насчет стана, хорошо? А я потестирую насчет лужи и скидывания рыбы. Поехали. Как, Маша, ты сказала, как называется? А, он посмертный урхан или канули. Скрывающийся мрак. Все. Понял. Я возьму в луне мясодел и тестирую. Не все молнии бьют с небес. Поели сигобрюхи. Есть лужа? Пойду проверю. Да, скидывается рыба, но не сразу. Задержка 2-3 секунды. 2 секунды там проносит, проходит урон. Ребят, же линканули. Не заметил, что тетива, тетива. Как я взял, не знаю. А легко. Она очень легко подбирается. Она была далеко, от бот стоял в центре, я не знаю. Значит, кто-то не взял до этого. Вообще, имеет ли смысл врататься на эту вкусняшку? А я тебе говорил, мы можем без нее попробовать. Не, я думал о том, что может пусть берут кто как хочет. То есть я не знаю, что делать, так же, как со сферами на женщине, то да. Я все равно не об этом осознан, я про то, что пусть берут люди, но не по ротации, кто попал. Потому что получается, мы все равно к концу первой фазы все будем иметь кулдаун. Но она очень толстая. Успеем ли мы до Энраги или нет? Ну, с рыбами убивают за 6 минут. Без рыб, не знаю, 2 минуты в запасе у нас. Клифф, Мейлонь, опять свое что там постите. Чего пишет? Рыбу нужно под конец. Под Геру, может, нужно еще точно, обязательно. Если мы хотим убить босса до инрейдж таймера, нам нужно рейд в ДПС 13 миллионов. Пойдешь на корм рыбам! У нас 20. Да, у нас порядка 20 должно быть. Даже может, я ошибся в расчетах, но еще разок. Я говорю, у нас 20. Я понял. Получается, что у нас большой избыток ДПС, в этом я сомневаюсь. Я взорву всю плоть ваших костей! 1 900 000 000. 9 нулей. У нее 6 миллиардов или 60. Ну что, 8. 7 как бы. Учитывая то, что здесь идет бешеная накрутка по всяким мурлокам и прочим. 7 миллиардов. Но Паша считает сингл таргет, да, 15 миллионов ДПС нам надо. 14.6. Может, вы ляжете, ребят, и еще один пул делаем. Ну смотри, если у меня 7 миллиардов КП, то нам нужен сингл таргет 14 миллионов 600 тысяч. И тогда мы убьем босса до инрейдж таймера. Это если считать чистый сингл таргет ДПС. Это без повышения урона, без урона по аду. Если мы сейчас возьмем и посчитаем чистый урон, полученный боссом. Босс получил половину урона всего, что мы не нанесли. Смотри.
10,5, кажется. Ну, в общем, 2,3... 2,1 миллиарда. Можем это легко проверить. Можно просто реально сделать тех людей, которые будут АУЕ штядов. Все. Как я понимаю, это порядка 10,5 миллионов сейчас. В смысле, постоянно они будут вешать. То есть к тому времени, когда появляются вихри, они теоретически умрут. То есть там не нужно прям супер-пипец какой большой, главное постоянный. Тут есть еще одна проблема. Если мы все-таки не будем отказываться от идеи с рыбой, если угри портуются и благополучно забивают рыбу. Зачем нам заморачиваться с рыбой, если люди могут сами заморочиться, кто умеет, скажем так. Сейчас взяли Хилы, да? Хил может носить ее до конца таймера, если он может ее не скидывать. Если он аутист, он скинет, то это его вина. То же самое касается ДДшников. Так ты можешь и просмотреть это. Я же говорю, угри, это, блинкаются к цели, наносят урон. Блинкаются? Что? Ну. Это в пользу того, что нам не стоит расписывать это как ротацию. Вот у нас сейчас ротация. 5 человек конкретно берет первых угрей. Ой, первых вкусняшек. Если это не расписать хотя бы примерно, то все будут ломиться. Можно я уже, потому что спать хочу. Уже. Для палов есть лайфхак, кстати. Ну, протонись, разве очень спать хочешь? Я хочу еще. Мурлок, который скидывается станом и дебаф от вихря, скидывается коняшкой и боком. Дебаф от вихря скидывается конем? И боком. Фартуйтесь, ребят, кто хочет, я хочу еще полить. Мне нужно потащить. Еще, блять. Клифф, а ты на самом деле можешь еще задержаться на поле? Ну да, конем говорят. Конь не сбрасывает никаких дебаф. Это баг. Только если. Может быть. Сейчас проверю. Я бы мог задержаться с дебами. Я вообще рубил. А, понял. Кила пишет только бог. Давайте напомним. Это, наверное, какой-то баг, просто который пофиксили. Вот и все. Босс. Возможно, мурлока тогда можно конем скинуть. А зачем Мурлока скидывать? О, за вот торнадо, да. То есть это профитно. Я могу продержать очень долго эту рыбу из-за этого, и потом под конец забежать в торнадо и бопом снять дебаф. Харон, ты тут? Че? Нажми, готовы, поехали. Я хочу посмотреть, я протонулся. Но Мурлока все равно нужно станом скидывать. А мне пофиг на станом, тоже меня снимается сразу. Короче, пробуй. Если мы их скинем не одновременно, это тем лучше, чтобы их не бахать. Конец, смертные! Море преисполнено силы! Лимо. Смерть заберет вас! У нас сейчас рейд ДПС 22 миллиона. Касты нужно мурлок развивать. В танков хилов триггерят. Три? Косты вместе вынесли. Да. Ладно, все устали. Потестим еще в понедельник, еще будет много времени. Ну а что там с лайфхаком? Ро? Работает, конечно. А конягой? Конем? Нет, я не смотрел, но этого быть не может просто. Не, ну попробуй просто, возможно есть. Что работает. Давайте попробуем в понедельник уже, ребят. На сегодня мы закончим. Всем спасибо, все молодцы.